Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Елена Березовская. Я вас приветствую сегодня в очередном вебинаре, который посвящен теме потери беременности первого и второго триместра. Тема большая, очень щекотливая, грустная и вызывает немало вопросов. Даже не в том отношении, например, как вести себя, если вдруг беременность теряется, но также, что делать дальше, как планировать, нужно ли какое-то проходить обследование лечения. О чем мы сегодня будем говорить? Мы поговорим немножко о том, что такое дефект зачатия, потому что, оказывается, большинство женщин не знают, что такое дефект зачатия, от чего это происходит. Мы поговорим о разных видах потерь беременности, начиная от биохимической до спонтанных выкидышей. Мы будем говорить о пузырном заносе и так называемой тромболастической болезни, правильное название этого состояния. Мы поговорим о единичных и привычных потерях, что нужно предпринимать в этих случаях, немножко о роли гормонов. Мы также поговорим о действиях, что нужно делать, когда, например, возникает выкидыш. Немножко поговорим о беременности во втором триместре, в частности, с анатомическими дефектами. Затронем тему короткой шейки матки. И, конечно же, немножко планирование после потерь беременности. Еще раз повторю, что тема большая, и даже по каждому из этих пунктов можно говорить минимум час-полтора. Поэтому много дополнительной литературы будет все же в моих книгах, в других статьях, и поэтому как бы мы не сможем покрыть все эти темы. И, конечно же, будет рубрика, раздел ответов на ваши вопросы. Итак, что на самом деле определяет положительный исход беременности? Вот от чего беременность прогрессирует, и мы получаем в дальнейшем ребенка. Первое – это здоровье матери. Это может быть здоровье не только репродуктивное, но в целом здоровье матери. Второе – естественно, здоровье плода. Или, как мы говорим, эмбриона, а потом плода. Дальше – определяет уровень знаний женщин о своем состоянии. Как показывают многочисленные исследования, что очень часто одним из факторов риска при осложнении беременности, такие как, например, преэклампсия, преждевременные роды, является как раз низкий уровень образования и уровень жизни в низких социальных слоях, когда, конечно же, у женщин меньше возможностей знать больше о своем состоянии и ходить своевременно к врачам. Кажется мелочь, но это играет роль. И хуже всего, когда женщины, например, переживают за что-то, бегут к врачам и попадают на совершенно необоснованное обследование, запугивание, лечение, на выполнение вот этих койко-дней, то есть направляя в стационар, якобы спасая беременность. Вот как раз уровень знаний женщин зависит, тоже играет роль на протекании беременности. Конечно же, уровень знаний врача о беременности, к сожалению, мы сталкиваемся с негативным человеческим фактором, когда врачи имеют очень низкий уровень подготовки. И я вам скажу честно, что для прогресса врача не требуется много времени, потому что каждый день можно читать хотя бы по 15-20 минут информации на тему, скажем, того же акушерства, на тему беременности. К сожалению, многие ищут оправдания. Еще один важный момент, что прогресс любого человека, в том числе врача, зависит от его внутреннего желания прогрессировать. Мы не можем никого вынудить что-то читать, повышать свой уровень. Даже если говорить об этом вебинаре, ведь никто вас не вынуждал слушать этот вебинар, никто не вынуждает в нем участвовать. Тем не менее, это большой плюс, потому что вы хотите знать больше. Это желание выходит из вашего внутреннего желания прогрессировать. И это вот как раз большой плюс. Поэтому нужно, конечно же, искать врачей, которые прогрессируют, которые учатся, повышают свой уровень знаний. И, естественно, зависит от уровня вот этой системы медицинской помощи, то есть системы здравоохранения, уровня оказания помощи женщинам, не только женщинам, я имею в виду вообще оказание медицинской помощи. Во многих странах, где этот уровень очень низкий, мы имеем больший уровень осложнений и плохой исход беременности, поэтому от этого тоже зависит. Итак, мы немножко поговорим о фазах беременности, потому что, в первую очередь, если мы говорим о таких осложнениях, как потери беременности, вы должны знать, что такое фаза беременности. И вот самая первая фаза зачатия или концепции мы называем, и считается фактически фаза, когда плодное яйцо передвигается по маточным трубам, потом покажу вам слайд на эту тему, первые 3-5 недель, то есть фаза зачатия и
фактически, самое интересное, как мы считаем акушерский срок, это тоже мы поговорим, но до появления плодного яйца, это мы, ну, полости матки, мы говорим о фазе зачатия. Дальше мы говорим об эмбриональной фазе, то есть когда появляется вот этот эмбриончик, маленький эмбриончик, потому что очень часто эмбрионами называют плодные яйца, которые не являются эмбрионами как таковыми, потому что плодное яйцо имеет, ну, сложную структуру, скажем так, имеет не только эмбриональную часть, но и часть, из которой потом развивается плацента, то есть трофобласт, и также развиваются плодные оболочки, в дальнейшем это оболочки, которые создают вот этот мешочек, в котором развивается плод. Поэтому эмбрион – это не всегда плодное яйцо, эмбрион – это имеется в виду зачаток. Но поскольку мы привыкли обсуждать с женщинами вопросы, как раз особенно когда есть, когда проводим ЭКО, например, мы говорим о подсадке эмбрионов. В реальности это не совсем правильно, тем не менее, мы называем это эмбриональной фазой. И после 10 недель, обычно 12 недель, когда сформированы полностью основные системы органов, мы говорим о плодном или фетальном периоде. Тоже очень важно. И, собственно говоря, потери на этих сроках тоже совершенно разные. И это тоже нужно учитывать. Теперь посмотрим несколько на такой вот слайд о том, как происходит зачатие. И, в принципе, у многих нет представления, что зачатие проходит в маточной трубе. Именно в маточной трубе, поэтому проходимость маточных труб играет важную роль в процессе зачатия. Самое интересное, зачатие происходит в самой широкой части маточной трубы, в ампулярной. И здесь начинается первое деление яйцеклетки после оплодотворения, и в дальнейшем она продвигается где-то 4 приблизительно дня по маточной трубе в полость матки. Дальше в полости матки она будет находиться еще минимум двое суток в подвешенном состоянии, когда ведутся переговоры с организмом матери, примешь меня или не примешь меня. Потому что действительно все больше мы понимаем, что успех вот этого прикрепления, имплантации во многом зависит от того, как прошли эти переговоры. И нередко ответная реакция матери может быть довольно агрессивной, потому что большинство, ну, как бы мы ни рассматривали плодное яйцо будущего ребенка, половина набор гены это на самом деле от отца, половина от матери. Поэтому так или иначе, это инородное тело для женского организма. Поэтому не всегда женский организм готов принять это инородное тело, чтобы оно в нем развивалось. Увы, такие законы природы. Когда мы вообще говорим о беременности? Так вот, если говорить о как раз от начала зачатия и до начала прикрепления, хотя в реальности мы считаем с первого дня менструального цикла. Если цикл, скажем, по 28-30 дней, мы считаем с первого дня менструального цикла. То есть очень редко мы говорим об эмбриональном периоде, как таковом, мы говорим об акушерских периодах. Поэтому обычно, когда появляется плодное яйцо, оплодотворенное плодное яйцо, это уже практически третья неделя беременности. Может, звучит абсурдно, но это именно так. И дальше вот как раз, когда доходит до первой задержки, до задержки первого дня менструации, который должен быть, то есть когда мы уже дошли до конца цикла, это уже минимум 4 недели беременности. И поэтому все публикации, которые существуют в литературе медицинской, они как раз отображают вот этот акушерский срок. То есть мы никогда не говорим о потерях беременности там в 2 недели или там еще какие-то. Мы именно говорим о потерях акушерских, вот этих акушерских неделях. И это нужно понимать. Поэтому, когда вы идете на УЗИ, и врач вам говорит, у вас такой-то срок, но у вас, значит, акушерских недель столько-то, там, эмбриональных там столько-то. Это неправильно. Это вводит у вас в заблуждение, в первую очередь, потому что потом вы не знаете, с какого срока вам отсчитывать эту беременность и как вообще воспринимать вот этот прогресс беременности. Поэтому запомните, мы всегда говорим об акушерских неделях. Так вот, если говорить о первых 4 неделях, то есть фактически, когда плодное яйцо существует только 2 недели, до задержки менструации, самые большие потери происходят как раз в ходе оплодотворения, то есть после оплодотворения и сразу же до появления плодного яйца в матке и прикрепления, вот эти первые 7 дней прикрепления имплантации в полости матки. И
как раз потери беременности на этом сроке мы называем биохимическими беременностями. То есть биохимическая беременность – это не беременность, которая развивается, это потерянная, утерянная беременность. Таковы правила, такие, в общем, такие, в общем, скажем, терминология. Поэтому не нужно путать, что биохимическая беременность переходит как бы в прогрессирующую беременность. А вот как раз на этом сроке теряется 78% всех зачатий. Немножко отступлю в плане как раз этого слайда, который вы видите. Самое интересное, что в животном мире потери тоже очень большие. Но люди как-то привыкли к этому относиться более-менее спокойно, потому что, ну, во-первых, многие животные рожают по несколько там детенышей, а не просто одного, и поэтому как-то эти потери рассматриваются вполне спокойно. У людей то же самое. Люди, например, даже лучше размножаются, чем некоторые приматы, например, если брать гориллу, там, если брать шимпанзе, у них намного больше потерь, чем у людей, потому что они живут даже в худших условиях, чем мы. Хотя уровень зачатия приблизительно такой же, как и у людей. Поэтому мы ничем не отличаемся от других животных, я имею в виду высокого уровня животных, то есть с которым обычно она сравнивает с приматами. Если же вообще говорить, значит, о том, а можно ли определить, что беременность есть, можно. Сейчас есть такие, так сказать, чувствительные вот эти тесты, которыми можно определить раннюю беременность чуть ли не буквально несколько дней задержки. Фактически, когда начинается вот эта имплантация, это будет третья неделя беременности, и в крови появляется ХГЧ, уже некоторыми тестами можно определить. Опять же, это не значит, что это нормально, хорошо, что все будет классно. И даже есть такой ранний фактор беременности, об этом я пишу в книге «9 месяцев счастья», пишу о многих статьях. Его тоже могли определить после 24 часов, значит, когда произошло зачатие. И оказалось, что этот фактор, он понижается в 70-80%, то есть он исчезает, потому что такое зачатие, ну, не приведет к развитию беременности. И стоит вопрос, а нужно ли вообще так рано диагностировать? Можно сказать, поздравляем, вы беременны, но у вас 80% шанса потерять эту беременность до того, как она уже проявится клинически. Поэтому такие методы диагностики беременности себя не нашли. Они не нашли как бы практически в медицине. А вот на коммерческой основе, когда начали вот это определять на ранних сроках ХГЧ, да, это популярно, потому что это стоит деньги. И, конечно, каждая женщина хочет знать, беременна или не беременна еще до задержки менструации, прислушивается там, переживает. И вы знаете, что плохо, что, опять же, никто этой женщине не объясняет на этикетках этих тестов на беременность, что у нее высокий уровень потери беременности на этом сроке. И поэтому нужно успокоиться и, как говорится, дожить до клинических проявлений беременности, когда мы, врачи, говорим о том, что это действительно беременность. Так вот, клиническая беременность – это практически от начала задержки менструации, когда плодное яйцо уже есть в матке, его можно увидеть, можно определить уровень ХГЧ, который растет. И вот как раз тут тоже есть потери, то есть из тех оставшихся, которые дошли до этого уровня беременности, самые частые потери до 8 недель. 8 недель почему? Да потому что 8 недель плодное яйцо должно быть полностью автономным, независимо от организма матери, в плане гормонов и прочего, за исключением гормоно-щитовидной железы, о чем мы поговорим. И тут как раз выступает на поверхность вот эти все дефекты плодного яйца. Если оно не может хорошо имплантироваться и развиваться дальше, то такая беременность, конечно, прервется в большинстве случаев именно до 12 недель, то есть 8-12 недель. А дальше, если беременность перешла этот рубеж 12 недель, то, конечно, шанс того, что беременность потеряется, около 20%. То есть могут быть даже преждевременные роды, могут быть просто потери беременности. Вот такие у нас показатели. И практически это то, о чем мы должны рассказывать женщинам, когда они, например, теряют беременность. Я вам скажу честно, что я встретила буквально единицы женщин, которые никогда не теряют беременности. Никогда. А в основном, значит, 90%, может даже больше, это женщины, которые хотя бы раз в жизни потеряли беременность, причем клинически подтвержденную беременность. И такова жизнь.
И в прошлом, когда женщины беременели там по 8, по 12 человек, по 14 детей, поверьте мне, у них было тоже немало потерь. Но когда я, например, разговаривала со своей бабушкой, как она воспринимала потери, потому что у нее тоже были потери, и у другой бабушки были потери. У одной было 8 детей, потом живых взрослых, у другой только 4, но тоже были потери беременности. И когда я спрашивала, как вообще относились к тому, что вот женщина теряет беременность, мне большинство вот с теми старшими людьми, которые я разговаривала, в том числе с моими бабушками, говорили, что в принципе это была как бы, ну, не то что норма жизни, это в принципе воспринималось, что раз потеряла, значит, на то были причины следующие. И таким образом они как бы не зацикливались над вопросом, что нужно воздерживаться, нужна какая-то контрацепция. Вообще тогда о контрацепции никто не говорил. И получается, что у них был опыт потерь, и поэтому переносили они намного проще и легче. Современных женщин одна беременность, от силы две беременности. Все хотят иметь одного, двух, трех детей. Если что-то не получается, сразу крики, шум, сразу паника, что все плохо, потому что это плохо. Это на самом деле не совсем так. Теперь мы поговорим вот как раз по срокам беременности, потому что нам нужно разобраться, на каких сроках мы теряем. И как я сказала, если цикл регулярный, 26-30 дней, мы обычно можем определить по первому дню последней менструации, и мы можем корректировать, добавлять там 1-2-3 дня, потому что акушерские недели 20, значит, акушерские недели это 7 дней, и мы считаем, что есть не 9 месяцев, а 10 лунных месяцев, хотя мы не говорим никогда о лунных месяцах, то есть акушерский месяц – это 4 недели. Но опять же, чтобы не путать женщин, чтобы это не было никакой путаницы даже с врачами, мы просто говорим об акушерских неделях, а не месяцах и ничего более. Дальше, мы можем определять по дню зачатия, например, если мы знаем, что один был половой акт именно в этом цикле, он был в середине цикла, и других половых актов не было. И также при ЭКО, когда подсаживается эмбрион, мы знаем, когда произошло зачатие, опять же, тогда корректировка акушерского срока идет обычно плюс 2 недели, чтобы мы не путались с тем, когда вычислять приблизительно вот эту предварительную дату рода. Я извиняюсь, я простыла, и хорошо, что у меня начало работать горло, потому что до этого вообще говорить не могла. Итак, по УЗИ это 8-9 недель, самый точный срок с погрешностью приблизительно 2-3 дня, плюс-минус 2-3 дня в отношении срока. Нельзя определять срок беременности во второй половине беременности и говорить, что вот у вас там на... Значит, срок не соответствует там, ну, первым показателям, там не совпадает на каких-то 2-3 недели. Потому что в реальности, если делать срок, если определять срок беременности во второй половине беременности, то погрешность составляет 6%. И получается, что если, например, срок, ну, скажем, 30 недель, 6% это будет 1,8%. Плюс-минус недель. Это почти 4 недели разбежности. Понимаете, что можно получить совершенно какие-то, ну, непонятные показатели срока беременности. И поэтому я сразу говорю, что мы не определяем срок беременности во второй половине беременности. Это нужно понимать. А более детальная информация о том, какие мы учитываем показатели, например, УЗИ, на ранних сроках беременности есть мои статьи, где фактически представляются данные, какими должны быть размеры желточного мешка или, скажем, плодного мешка и вообще эмбриона, когда мы видим сердцебиение и так далее. Эта тема сегодняшнего вебинара не о том, как должна протекать нормальная беременность и как мы определяем норму беременности, а именно о том, как мы определяем потери беременности. Но в то же время вот эти УЗИ-показатели могут нам говорить, норма или не норма. Я приведу сегодня несколько УЗИ-снимков и расскажу немножко больше о том, как мы определяем, что беременность не прогрессирует. Так вот, что важно знать и понять, что беременность не имеет критических периодов. Чем больше срок, тем меньше шанс потери беременности. А я помню, и до сих пор, кстати, есть мифы, что если ребенок родился там, в 7 недель, у него лучшие шансы выжить, чем 7 месяцев, шансы больше, чем выжить 8 месяцев. Это неправда, потому что чем ребенок как бы взрослее, чем
чем его органы являются более зрелыми, тем у него шанс выжить. Я родилась 8 месяцев, я не умерла, ничего страшного, крики не произошло. Поэтому это мифы. Но то же самое касается беременности на любом сроке. Я помню, что когда я училась в школе, вернее, в медицинской школе, в мединституте, то мне говорили о критических периодах беременности. Их вообще не было ни в одном учебнике по акушерстве. Но почему-то врачи придумали, что есть вот эти критические периоды, а в самом деле их нет. И в принципе критические периоды – это когда теряется, вот если дошло до 8 недель – это одно, до 12 – это другое, в дальнейшем потери уже становятся как бы меньше, и, скажем, выживаемость плода – это приблизительно 24-26 недель, когда ребенок может уже выжить за пределами матки. И вот, собственно говоря, это не критические периоды, это важные моменты беременности, когда мы можем что-то предпринимать в плане спасения беременности или не можем предпринимать. Дальше. В современном акушерстве нет диагноза слова «угроза». Раз и навсегда запомнили это. Поэтому, когда вам говорят о какой-то угрозе преждевременных родов, угрозе потери беременности, угрозе еще какой-то, это абсурд, это не существующий диагноз, потому что нигде в мире такого диагноза нет. Это просто выдумки. Мы можем говорить об угрозах где угодно. Вы вышли на улицу, у вас угроза, что вас переедет автомобиль. Честно. Вы там купили лотерейку, у вас угроза, никто не говорит, что это угроза, а почему не говорят, что угроза? Угроза выиграть миллион или же проиграть, например, те деньги, за которые вы купили этот билетик. И многое другое. То есть мы не должны использовать в практической медицине слово «угроза». Если врач продолжает использовать такое слово, это говорит о том, что он некомпетентен, он отстал, он не понимает вообще современного акушерства. Дальше мы говорим об уровнях относительного риска потери беременности, которые определяются по факторам риска. Что это значит? Что у каждого человека, у каждой беременной женщины есть определенные факторы риска, которые могут вместе с причиной, они не являются причиной, но они могут вместе с причиной привести к потере, например, беременности. И это может быть несколько факторов риска, например, женщина полная, у нее есть повышенное кровяное давление, гипертония беременной. Есть у нее шанс доносить беременность спокойно, нормально до конца? Есть. Но если у нее риск потери этой беременности, потому что у нее может подняться высокое давление, потому что ожирение ассоциируется с большими потерями? Конечно же. Опять же, это никогда не 100%. Поэтому, когда мне все, какой у меня там процент, или мне врач говорит, что все, я потеряю эту беременность, потому что шейка укорачивается, у меня теперь угроза потери беременности, это не совсем правильно и тактично, и вообще это нельзя вот так с бухты-барахты рубить все сразу и говорить, что все, вы точно потеряете беременность. Всегда есть процент. И для многих состояний мы даже не знаем уровня этих процентов. Особенно, когда есть комбинация вот этих факторов риска. Например, курение, потом какая-то травма, скажем, произошла, стресс какой-то. Вообще вот эти состояния, даже стрессовые состояния, мы вообще не знаем уровни влияния, потому что, опять же, это связано с тем, как сама женщина воспринимает то, что происходит в ее жизни, в том числе те же проявления, например, кровотечения или боли, например, на ранних сроках беременности. Потеряю, не потеряю. Одни бегут в панике, а другие спокойно ждут, что дальше будет. Почему теряются беременности? На эту тему сегодня будем много говорить, но сразу вам хочу сказать, что у многих нет представления, что в реальности у нас есть определенные уровни потерь беременности физиологические, те, которые дала нам природа, а не потому, что нам хочется или не хочется. И я вам покажу также графики, как вообще зависят потери, например, от возраста и ряд других показателей. Что я хочу сказать, что я специально провела в своей группе в Инстаграме опрос, и, значит, кто женщин терял беременность там раз, кто терял первую беременность, вернее, потом вторую беременность, потом, значит, три беременности подряд. И оказалось, что показатели процентом соотношений практически совпадают с теми, которые опубликованы по разным странам. То есть мы, женщины, всюду сделаны из одного и того же теста, поэтому у нас не может быть слишком больших различий. Первая беременность теряется почти в 50% случаев. Некоторые данные говорят, даже чуть не 60%. Но не буду я вас запугивать, возьмем хотя бы половину, потому что в моей группе как раз вышло, что почти половина беременности была, первых, утеряна. И это вполне нормальная
оказывается физиологическое явление. Как часто вы слышите от врачей, которые вам говорят, что ничего страшного, первая беременность теряется, успокоились, давайте планируйте дальше. Нет, обязательно нужно все перепроверять по 100 раз. Собственно говоря, вот это и есть. Почему? Потому что, оказывается, помните, я вам говорила, что есть вот этот иммунологический ответ матери. То есть мама не готова принять это плодное яйцо. Чаще всего при первой беременности. То есть переговоры дипломатически прошли плохо. Потому что для того, чтобы научиться общаться с плодным яйцом, у женщины все-таки, некоторых женщин требуется больший период. И поэтому такие женщины могут потерять одну, и даже две, и даже три беременности. Дальше. Вторая беременность теряется, конечно, уже реже. И в среднем она теряется 24-27%. Это почти вот четверть женщин потеряют эту беременность второй раз. Опять же, это не значит, что это плохо. Может быть, иммунологический вот этот, так сказать, ответ матери все еще продолжаться, агрессия по отношению к плода. Могут быть и другие проблемы. Но опять же, мы особо не ищем. Поэтому самое важное – это успокоить женщину. Мы говорим о ранних потерях, успокоить женщину, что не все так страшно, потому что ну, у нее есть еще шанс забеременеть и родить здорового ребенка. И вот как раз третья беременность теряется в группе 20-30 лет, обычно до 1%. Чем старше, тем этот процент выше, 35 лет, это приблизительно уже 5% теряется именно третья беременность. Это уже ЧП, это уже ненормально. То есть вот этот маленький процент говорит о том, что в принципе природа не отбрасывает третий раз что-то просто так. Значит, должны быть какие-то причины, которые могут быть, ну, приводить к вот этой потере беременности. Поэтому практически обследуем мы начинаем после трех потерь, и большинство рекомендаций различных обществ, акушеров, гинекологов, репродуктивной медицины как раз определяют повторные спонтанные потери или возвратные потери как потери трех и больше беременностей. И вот тогда мы начинаем обследование. Нужно ли до этого обследоваться? В большинстве случаев не нужно. 99% случаев не нужно. Есть только небольшое количество женщин, тогда действительно можно провести дополнительное обследование, о чем мы тоже поговорим. Если говорить о возрасте, вот смотрите, 20-30 лет 1% женщин теряет. 30-35, уже 3-5% повторные, 45 больше 5, 40, значит, это уже вообще 60% потеряется. И я знаю немало женщин, в частности, те, которые, ну, скажем, известные личности, которые обращались ко мне за помощью, что за 45 они планируют беременность в районе 45 лет. Конечно, они потеряли одно за другим даже 3-4 беременности на ранних сроках, потому что это возраст. И, к сожалению, они часто попадают в ловушку, когда из них выкачивают деньги, потому что им говорят, что вот это их какой-то там антифосфолипидный синдром, еще что-то. Уже в таком возрасте антифосфолипидный синдром никакой роли играть в реальности не будет. Никто не копается в поисках антифосфолипидного синдрома. Самые интересные рекомендации говорят, что после 35 лет мы даже не выискиваем какие-то хромосомные генетические поломки, потому что шанс вот этих спонтанных потерь из-за спонтанных хромосомных и генетических поломок такой же, как и возрастной шанс. Поэтому нужно это понять и принять, и искать выходы в решении вопроса, если, скажем, пара хочет иметь детей в более зрелом возрасте. И как раз хромосомные аномалии встречаются 90-93%. А самое интересное, что когда исследовали, например, гистологически, вернее, провели карикипирование вот этих потерь ранних сроков, некоторых исследований, оказалось, что хромосомные потери – это одно. То есть наборы хромосом, это может быть, чаще всего это моносомия, особенно моносомия по X, то есть не хватает одной хромосомы, это лишние хромосомы, трисомии, и практически все виды хромосом могут иметь как бы тройной набор, кроме первой, самое интересное, для первой не нашли. Но чаще всего это 21-е, это 18-е, 13-е. Все остальные трисомии, они как бы тоже встречаются, но обычно в таких случаях даже нет имплантации. Так вот, и триплоидный набор, то есть тройной набор, часто встречается именно при пузырном заносе, то есть в другом состоянии, скажем, беременности,
довольно опасным, о чем мы тоже поговорим. И фактически есть масса других, но когда, например, списывает это все инфекции, это ваши там вот эти антитела от инфекции и так далее, это просто миф, это ширма, ради которой, ну, прикрывается незнание врача, вообще незнание или нежелание успокоить и сказать, что ничего страшного нет. Могут ли инфекции быть причиной потери? Могут, но это должно быть первичное заражение, то есть это должна быть очень опасная инфекция, которая действительно может проникать через плаценту, через хорион и повреждать вот этот плод. Поэтому таких инфекций сейчас не так уж много. И в книге «9 месяцев счастья» я вывела специально две таблицы. Вот это первая таблица – уровень заражения эмбриона и плода и что дальше с ним происходит при первичном заражении, вот когда первый контакт с инфекцией, и когда другая таблица как раз показывает вот это носительство, которым тоже пугает. У вас антитела, у вас токсоплазмоз, у вас мегаловирус, у вас еще что-то. Вот. Собственно говоря, я вывела по современным данным вот эти все проценты поражения эмбриона, потерь беременности и вообще, что происходит с этим ребенком при, так сказать, хроническом носительстве. Поэтому даже мы не будем затрагивать. Вот интересно, что, чему я говорю, что многие не знают, например, понятие дефект зачатия. Что такое дефект зачатия? И вот немножко мы поговорим, что многие не знают, что яичники у нас содержат яйцеклетки, которые мы получили в момент нашего зачатия. То есть яйцеклетки эти даже старше нашего биологического рождения. И получается, что он старше почти на 9 месяцев. Поэтому, когда вам, например, 30 лет, то вашим яйцеклеткам 30 лет и 9 месяцев. Вот. И это нужно понимать. И эти запасы уменьшаются значительно. И фактически резерв вот этот показывает, он падает. Но не только уменьшается количество яйцеклеток кардинально и возможность женщин беременеть в более старшем возрасте, но также меняется качество, потому что вы что, стареете? И никуда ваши морщины не денутся. И как бы вы себя не чувствовали, супер прекрасно, 45, баба ягодка 5, неважно, все равно вы стареете. И ваши яйцеклетки тоже стареют, они никуда не деваются. Поэтому мы получаем с возрастом больше вот этих дефектных зачатий. И вот самое интересное, что уровень зачатий падает, потому что яйцеклетки имеют более толстую оболочку, у них генетический материал подпорченный уже, потому что все влияет, и ваше внутреннее состояние, и внешняя среда влияет. И это не экология, это много других факторов. И поэтому это нужно понимать, это неплохо, это во всем мире, так, все женщины такие, во всех поколениях, поэтому тут мы ничего нового не придумали. Это физиология, которая нигде не рассказывает, которая нигде не учит. И когда я начинаю учить, сразу меня начинают бросать чуть ли не гнилыми помидорами, доктор Березовский говорит о старости. Я говорю о старости, я говорю о нашей физиологии, поэтому, к сожалению, уровень зачатий падает. Не только уровень зачатий падает, но у нас увеличивается значительно уровень потерь. И вот практически 35 лет – это тот кардинальный момент, когда потери начинают расти больше, по сравнению с уровнем зачатия, вот эти ножницы, как любят говорят, как там какие-то ножницы. Есть вот эти тоже ножницы для зачатия и выкидышей. И о них почему-то никто не говорит нигде. Но это нужно понимать. И поэтому, когда женщина 35 лет только начинает планировать и потеряла первую беременность, и начинает там придумывать, что нужно обследоваться с головы до ног, это неправда. И просто нужно сказать, пробуем еще раз. Решаем этот вопрос по-другому, но также объяснять не что. К сожалению, шансы повышаются. И если она не сможет забеременеть в течение 6 месяцев, например, 7 месяцев, будет стоять вопрос, что мы дальше делаем. Стимулируем или мы проводим ЭКО и так далее. То есть это совершенно другая категория женщин. И кому за 35, я советую посмотреть беременность и роды после 35, есть такой вебинар, где очень много полезной информации. Не запугивающий, а просто объясняющий, с чем мы сталкиваемся и готовы ли к этому сами женщины. То есть многие становятся просто жертвами коммерческой медицины. Поэтому моя цель – это как раз объяснить, рассказать, чтобы вы не попадали в эти жертвы. И вот еще один слайд, вот, например, возраст и потеря беременности. Как видите, все-таки мы теряем беременность с возрастом больше, мы должны это понимать. И теряем на ранних сроках, теряем также и на поздних сроках из-за осложнений беременности. Эти кривые – это не моя выдумка. Возраст, спонтанные аборты. Смотрите, еще один слайд показывает, насколько кардинально меняется. Самое интересное, что тоже в молодом возрасте
потери беременности очень, ну, высокие, потому что еще организм не совсем как бы зрелый, ему не так просто вынашивать такую беременность, поэтому потери тоже на раннем сроке основ, не по генетическим проблемам, то есть здесь не генетика, не хромосомы, а совершенно другие причины, то есть незрелость самой женщины. И где-то с 20 лет до 30 очень хорошее такое плато, почти не меняется уровень потерь, и уже после 30 начинает немножечко повышаться, и 35 уже кардинально повышается. Это мы должны понимать, и это мы должны женщинам объяснять. Причем самое интересное, что вот на этом, на этих графиках вы видите как раз год рождения женщин. То есть те женщины, которые рожали, которые родились и в 76-м году, в 78-м и 83-м году, в 88-м году, у них всех практически одинаковые потери, то есть не зависит от того, в каком возрасте вы родились, но возраст именно женщины влияет на это. А теперь немножко поговорим о дефекте зачатия. Вот мне спрашивают, вот даже вчера был вопрос, а что такое дефект зачатия? Потому что когда я говорю, что, скорее всего, был дефект зачатия, они говорят, ну как, что значит дефект зачатия, что здесь говорят, дефектное или что? И некоторые абсолютно не понимают, что такое дефект. Хорошо, есть слово брак. Вот брак зачатия. И, собственно говоря, что такое брак-дефект? Вот, например, вы пошли в магазин, вы покупаете платье, и вы заметили какое-то пятно на этом платье, может, маленькое, но вы заметили, это что? Это фактически есть брак, это дефект. Дефект ткани или дефект при пошиве, неважно, факт тот, что это дефект. Поэтому вы его купите, это платье, или не купите, это вам решать. Но в природе то же самое, в природе могут быть сбои. И вот посмотрите, пожалуйста, вот это фотография яйцеклеток. Яйцеклеток, которые видит в основном эмбриолог перед тем, как приступает значит, к проведению ЭКО, например. И вы знаете, что очень многие репродуктологи не хотят говорить, объяснять, а зачем им по 8, даже не 8, а по 10-15 с каждого яичника яйцеклеток. То есть чуть ли не 20 яйцеклеток считается нормальным. Зачем им для ЭКО столько яйцеклеток? Да взял там одну яйцеклеточку, оплодотворил, и будет тебе ребеночек, да? Собственно говоря, так начали делать. Сейчас мода пошла на ЭКО в естественном цикле, хотя под этим понимают многие, так сказать, разные виды ЭКО, о чем я пишу в книге «Малыш, ты скоро». Так вот, возьмем у вас клеточку без всякой стимуляции, и мы ее оплодотворим, потом подсадим. Это банально выкачивание денег. Потому что во всем мире таких успешных ЭКО всего несколько, их не проводят. Основно проводят по религиозным показаниям, когда женщина не может делать стимуляцию яичников по каким-то религиозным соображениям или моральным, еще не знаю каким. Так вот, самое интересное, что когда мы говорим именно о качестве яйцеклеток, зачем для ЭКО так много яйцеклеток? Потому что никто вам не скажет, или вам скажут уже, когда будете проходить ЭКО, что, например, 75-80% этих яйцеклеток сразу же отсеется или эмбрионов этих отсеется. То есть в реальности, чтобы получить 1-2 эмбриона, нам нужно минимум 10 яйцеклеток. Минимум. И поэтому это и есть вот это отсеивание вот этих 80%, которые природа отбросит как биохимическую беременность. Но в данном случае мы минуем биохимическую беременность, когда мы делаем ЭКО, и мы вот это все видим. Так вот, качество яйцеклеток, оно разное в реальности, и нормальных всего несколько, да. А посмотрите, как отличаются фотографии яйцеклеток, и это, кстати, с возрастом тоже, то есть в возрасте качество яйцеклеток. Чем больше возраст, тем больше мы видим вот таких вот дефектных яйцеклеток. Могут быть они оплодотворены? Могут. А могут и не быть оплодотворены. Но если яйцеклетка дефектная, чаще всего у нас больше шанс того, что мы получим как раз дефектный эмбрион. И вот, собственно говоря, еще один слайд. Качество сперматозоидов. Посмотрите, какие разные сперматозоиды. И раньше была теория, что плохой сперматозоид не может оплодотворить яйцеклетку. Оказывается, все-таки может. И доказано, что тех мужчин, у которых много патологических форм, есть два как бы минуса. Первое, у них может быть более высокий уровень как раз спонтанных потерь беременности, особенно на ранних сроках. То есть их жены страдают вот этими спонтанными потерями, а у них копаются и, так сказать, не знают, почему не теряют. И плюс такие мужчины могут также страдать бесплодием, потому что, к сожалению,
не все сперматозоиды качественные. Самое интересное, что их миллионы, яйцеклетка всего одна, поэтому тоже нужно понимать. Теперь представьте, что яйцеклетка оплодотворена плохим сперматозоидом. А что, если плохая яйцеклетка оплодотворена тоже хорошим или плохим сперматозоидом? Тоже, конечно, может быть дефект зачатия. Дальше, когда яйцеклетка оплодотворена, она должна делиться. Она должна делиться, причем симметрично. Иначе такой процесс никуда не пойдет. Это знают все эмбриологи. Это все стараются добиться вот этого классического, хорошего деления яйцеклетки. Но здесь мы бессильны, мы ничего не можем сделать. Так вот, если смотреть дефекты эмбриона. Вот смотрите, даже если разделились, очень хорошо, классно, симметрично. Выглядят просто как два таких боба. Но вот эти черные стеночки показывают, что они содержат много ядер, то есть мультиядерные вот эмбрионы. Это дефектные эмбрионы. Или, скажем, вот такие эмбрионы. То есть вы понимаете, что даже при делении, оказывается, могут проходить сбои, и такой эмбрион, конечно, не будет готов к подсадке, он вообще не приживется. Или, например, фрагментация эмбриона, есть такое понятие, что это значит, что, опять же, поделились не совсем правильно, не хватает клеток, и оказывается, что может быть фрагментация и вычисляют несколько процентов, то есть от 0 до 100%, да, так вот, до 20% еще может получиться нормальный здоровый ребенок, и такие эмбрионы могут подсадить, хотя стараются не подсаживать, но все, что больше 20%, это будет дефектное зачатие, дефектный эмбрион вообще не приживется или такая беременность сорвется. Вот вам, пожалуйста, математика, эмбриологии, как бы там мы ни играли, вот это то, что мы не видим, что вы не видите. То есть это все под микроскопом. Поэтому, честно говоря, когда начинают говорить, что вот почему у меня здоровая женщина все это случилось, да потому что природа есть природа. И вот то, что мы видим, вот здоровые женщины, которые идут на ЭКО, имеют вот такие фрагментации эмбрионов. И независимости, конечно, когда у мужчины плохо, у женщины плохо, возраст, мы имеем вот эти, так сказать, дефектные эмбрионы намного больше, поэтому после 39-40 лет очень многие вот эти репродуктивные клиники говорят, что нужно делать ЭКО с донорскими яйцеклетками, донорскими эмбрионами, взятыми у молоденьких женщин 20-30 лет. Вот, собственно говоря, вот это есть то, чего мы не видим, но мы должны об этом знать. А теперь немножко поговорим о выкидыше. Что такое выкидыш? Это потеря беременности до 20 недель, в некоторых странах до 22 недель. Вот статистика. И мы делим на ранние до 12 недель, мы делим на поздние с 12 до 20 недель. Собственно говоря, ранние – это часто спонтанные вот эти выкидыши, которые идут из-за дефекта зачатия. На более поздних сроках это может быть порог развития ребенка, плаценты, пуповины, или же это может быть короткая шейка матки, или могут быть ряд других редких осложнений, как со стороны матери, так и со стороны плода. Мы также говорим о пустом плодном яйце, входит в состав выкидышей. Мы говорим о замершей беременности, потому что замершая беременность, то есть может вообще выкидыш, это может быть как аборт, как таковой, то есть вышло и все, или просто замерло и не выходит, и что тогда делать, да? И выкидыш, аборт, тропопластическая болезнь, туда входит пузырный занос и хорин эпителиома. Внематочная беременность не входит в состав выкидыш, хотя это как бы отдельная группа, но это тоже патологическая беременность, которую нужно тоже удалять или решать вопрос, что с ней дальше делать. Потому что внематочная беременность, она никогда не перейдет в маточную беременность. И те шарлатаны, которые появились, говорят, что они вам пересадят плодное яйцо с маточной трубы в матку с помощью каких-то там методов. Это шарлатанство, качественные идеи, почему очень опасные. И не забываем, что очень часто как раз плодное яйцо движется, все без исключения беременности, начинается с трубной беременности и переходит в маточное. Но это вот эти первые дни, о которых я рассказывала, показывала на слайде. Важно знать вот о стадиях аборта и, собственно говоря, или выкидыша. И вот как раз угрожающий аборт – это единственный диагноз, когда используют слово «угроза», «угрожающий». То есть мы говорим «угроза аборта» или «угроза выкидыша». И угрожающий аборт – это, собственно говоря, когда появляется боль или кровянистое деление, или то и другое. Вот это и есть как раз диагностический критерий,
для постановки диагноза угрожающей работы. При этом ХГЧ положительный, и мы видим плодное яйцо в полости матки. Мы не говорим, еще раз повторю, мы не говорим об бихемических беременностях как таковых, потерях, мы их даже не учитываем, потому что многие теряют на уровне бихемических беременностей. Для врачей мы всегда говорим о клинической беременности, когда ХГЧ положительный, когда плодное яйцо имеется, скажем, ну, или в матке, или в маточной трубе, если это не маточная, то есть, но когда мы видим плодное яйцо. Если мы не видим плодного яйца, ХГЧ отрицательный, то это не беременность, поэтому это нужно понимать. И угрожающий аборт, в отличие, как бы там ни говорили, что нужно спасать, сохранять беременности, но, честно говоря, давайте все-таки задумаемся, а мы знаем, что мы собираемся сохранять. В принципе, нет никаких сохраняющих терапий, я вам сразу говорю, нет сохраняющих терапий. И даже сейчас поддерживающая терапия для ЭКО перешли всего-навсего на 2 недели, 15 дней, влагалищного прогестерона, ну или другие виды прогестерона, ну, только 2 недели после ЭКО, практически все протоколы перешли теперь на вот эти 2 недели. Как же так? Не сохраняют после ЭКО? Да потому что невозможно сохранить, это раз, а во-вторых, а собственно говоря, что мы сохраняем? А если там дефектное зачатие? А мы что, можем видеть, что это за плодное яйцо, какое оно там внутри, какие вот эти наборы хромосом, генов и так далее? Мы это можем видеть, мы этого не можем видеть. Мы под микроскопом мы рассматривать плодное яйцо у полости матки не будем. Поэтому если природа что-то выбрасывает, значит, не зря она выбрасывает. Тем более с учетом, если первая беременность, не пошел хороший контакт с мамой, а как вы заставите материнский организм принять это плодное яйцо? Вы будете колоть всякие там иммуноглобулинчики, чистить кровь, еще что-то, чтобы бедная мама, так сказать, наконец-то приняла это плодное яйцо? Это все абсурд, это накрутка диагноза, это накрутка денег, ничего более. Поэтому угрожающий аборт, когда начинается кровянистое выделение и боль, что мы делаем? Мы должны следить в первую очередь за интенсивностью. Мы, собственно говоря, еще поговорим на эту тему. Просто хочу сказать, что это, наверное, тот момент, когда мы должны, во-первых, поставить диагноз беременности, исключить нематочную беременность, включить маточную беременность, подтвердить, и фактически дальше мы решаем, что мы можем предпринять в этом случае. Второй ход, когда вот уже произошла отслойка плодного яйца, мы говорим аборт в ходу. И иногда на УЗИ видно, что плодное яйцо, например, там, в шейке или возле внутреннего зева, то есть оно уже отслоилось, деформированное, и в таких случаях оно выходит самостоятельно. Оно может выйти не полностью, могут остаться ворсины фариона, то есть мы говорим о неполном аборте, и мы говорим о полном, когда все выходит и ничего не остается в полости. Собственно говоря, зная вот эти стадии аборта, мы можем предпринимать какие-то меры или не предпринимать меры, то есть что мы дальше будем делать в отношении вот этой женщины, а не сразу давайте будем ее скрепти, вот это все, как говорится, удалять, потому что несчастный, бедный, вот это плодное яйцо, этот плодик отравит женский организм, она умрет от сильного кровотечения и так далее. Самое интересное, что буквально на днях запретили проведение одних исследований, то есть остановили одно исследование крупное американское в отношении этого, можно ли вернуть, так сказать, если женщина, скажем, желает прервать беременность медикаментозно, можно ли остановить вот этот медикаментозный аборт, и чтобы женщина продолжала носить беременность дальше. Почему? Да потому что во многих штатах Америки запрещены аборты, а в тех, где разрешены, стоит крупным условием, что врач должен говорить женщине о том, что такое состояние можно вернуть, если она хочет, она может как бы продолжать носить эту беременность. Собственно говоря, такое заключение или такое, так сказать, утверждение высосано было из пальца. И когда начали проводить исследования, то есть там медикаментозный аборт проводят 2 препаратами, это мифопристон и простагландин, мизопростол. И когда, собственно говоря, начали делать, провели эксперименты в согласии ряда женщин, которые шли так или иначе в дальнейшем на аборт, значит, после первой дозы, например, мифопристона, начали назначать для сохранения прогестерона. Это привело к тому, что несколько женщин попало с сильнейшим кровотечением в больницу, и, собственно говоря, это вынудило прекратить дальнейшие эксперименты и дальнейшие... То есть получается, что если аборт уже в ходу, если это уже действительно началось прерывание беременности, то всякое вмешательство различными препаратами, именно вот такая комбинация, может привести к кровотечению. Поэтому мы не играемся
в плане того, что если женщина прерывает беременность, она начала прерывание, ой, ошиблись, это оказывается живая беременность, там еще что-то, давайте мы будем сохранять, это будет грубейшая ошибка. Поэтому любой начавшийся аборт нужно завершить, я имею в виду начавшийся, вызванный медикаментозно. Это вот такой важный момент, потому что игра, вот эти гормоны, игра, вот эти схемы, она чревата именно для женского организма, да, кровотечением. Но сам по себе аборт крайне редко может сопровождаться какой-то фатальным кровотечением. И нет ли такого понятия, как что там бедный несчастный плодик может привести к вот этой синдрому диссеминированного тромбообразования, коагуляции, когда там тромбики образуются, женщина в шоке, там больная попадет в реанимацию. Это когда плод большой, это когда теряется беременность на более поздний срок, когда есть такая очень серьезная опасность. А фактически, что такое плодное яйцо? Да вы его толком увидеть даже не можете. То есть маленькое плодное яйцо, оно никакой там инфекции не приведет к гниению, не приведет к какому-то страшному кровотечению, к отравлению женского организма. Это все мифы. Поэтому в большинстве стран мира мы все-таки наблюдаем беременность, даже если женщина подкравливает, даже если болит. То есть мы не стараемся сразу лезть и это все удаляем. Пустое плодное яйцо – это не что-то страшное. Это как раз и тот дефект зачатия. Потому что оно бывает в 40-50% случаев всех замешек беременности на ранних сроках. И по каким сценариям, то есть почему там нет эмбриона? То есть это плодное яйцо, там нет эмбриона. Первое, эмбрион мог быть, но он погиб, то есть он был какой-то дефектный, он не развивался, он погиб. Второе, деление плодного яйца пошло неправильно, и, собственно говоря, эмбрион не возник. Фактически мы ставим такой диагноз, когда мы видим, что плодное яйцо больше 25 мм, то есть 2,5 см, а там нет эмбриона. Потому что на очень ранних сроках мы можем и не увидеть плодное яйцо, вернее, эмбрион. Можем не увидеть. И когда женщина там прибегает, 2 дня задержки, она побежала в больницу, и там говорят, вот, нету там эмбриона, не видим сердцебиения. Это может быть банальная ошибка, потому что эмбриончик настолько маленький, что его просто не видно. Поэтому мы обычно ставим такой диагноз где-то 8 до 13 недель. Мы все равно ждем этих 6 недель, когда может быть эмбрион и когда можно увидеть сердцебиение. Если мы чего-то не видим, мы через неделю повторяем, чтобы понять, ну, действительно мы ошиблись, или там все-таки есть эмбрион, или это, скажем, пустое плодное яйцо. Что мы делаем дальше? Если мы обнаружили пустое плодное яйцо, есть 3 вида. Решение вопроса. Выжидательная тактика в большинстве случаев. И обычно ждем 2-3 недели, не больше. И фактически 60% таких плодных яиц уйдет, и ничего, так сказать, не будет. А кого мы можем выжидательную тактику применять? Мы можем применять тех женщин, если, например, мы контролируем уровень ХГЧ, и ХГЧ больше не растет. То есть ХГЧ вырос до какого-то определенного уровня, и потом, значит, или плато, или он понижается. Это говорит, что беременность завершается, поэтому мы можем дальше, ну, так сказать, не предпринимать никаких мер, просто ждать, когда это плодное яйцо выйдет. Если ХГЧ растет, плодное яйцо растет, так или иначе оно закончится выкидышем, так или иначе. Но многие паникуют, боятся, что они не будут ждать там 3-4 недели. Хотя, поверьте мне, до 60-х годов никто никакие чистки нигде не делал. То есть женщины беременно рожали, а чистки даже никто не говорил. Чистки начали делать в 60-70-х годов, когда начали делать аборты. Тогда всем подряд давай чистить. Поэтому раньше женщины просто ждали. Но они же, ну, скажем, женщины прошлого, они были более спокойны, потому что они сталкивались с этим часто. Наши современные женщины, у них одна беременность, потеря, это уже караул. Если что-то не выходит, это еще больше караул. Поэтому, конечно же, если женщина боится ждать, не хочет ждать, или, скажем, ХГЧ растет, плодное яйцо растет, тогда мы можем прибегать к медикаментозному удалению, то есть медикаментозный аборт проводить, или мы можем хирургически, то есть выскабливать это плодное яйцо, вакуум или кюретками. Это зависит от навыка врача, что какой метод используется в конкретном учреждении. Повторный случай обычно до 30%, и чаще всего, скажем, если есть какие-то генетические поломки спермы или у женщины, но в основном сперма, потому что сперму можно больше проверить, то оказывается повторные вот эти случаи растут чуть ли не 60-70%. Поэтому, опять же, если повторяется пустое плодное яйцо 2-3 раза,
нам нужно все-таки провести обследование, потому что это ненормально. Вот, поэтому, значит, такой вот подход. Теперь замершая беременность. Как я уже сказала, есть определенные признаки замершей беременности. Как мы определяем, что беременность замерла? Но первое, значит, мы знаем, что прогрессирующая беременность ХГЧ растет. Если беременность замерла, чаще всего ХГЧ больше не растет, он падает. Важно понимать, что после 9-10 недель, когда уровень ХГЧ достигает пика, он может понижаться. Поэтому обычно после 9-10 недель определение ХГЧ не имеет особого клинического значения в плане постановки, например, прогресса беременности. Это нужно помнить. Поэтому ХГЧ не самое главное. А главное, это, конечно же, УЗИ. И вот когда на УЗИ видят, что отсутствует, например, желточный мешок при размерах плодного яйца 13 мм, отсутствует эмбрион, и, значит, мы не видим сердцебиение, то ясно, что, ну, что-то не так. Яйцо при этом деформировано. Очень часто меня спрашивают, что такое деформированное плодное яйцо. Вот у меня нашли деформированное. Когда я смотрю фотографии, красивые овальные яйца или в виде боба. То есть это не деформированное. Просто это, скажем, часто мы смотрим, когда проводим УЗИ под определенным углом, волны идут. Да? И поэтому как бы, картина немножко как бы, начинает как бы, искажаться. То есть они просто там красивые плодное яйцо, но именно оно какое-то вытянутое получается. Это не значит, что это деформированное плодное яйцо. То есть тоже нужно быть осторожными с этими формулировками. Но вот когда действительно есть замершая беременность, плодное яйцо, оно, как видите на фотографии, оно явно не такое, как должно быть. То есть видно, что оно деформировано и не просто там овальное еще какое-то. То есть это говорит о том, что такая беременность замерла. Опять же, может проявляться гематома. Гематома очень частое явление, она 25% женщин имеет кровотечение на первом триместре беременности, имеет вот эти кровотечения, и вот как раз 3-4% женщин имеет УЗИ, может даже больше. Самое интересное, что тоже размеры гематомы могут нам говорить о том, что не все хорошо с этой беременностью в том плане, что если большие гематомы, то, наверное, не зря природа старается как бы ударить это плодное яйцо, и, конечно, должна быть отслойка плодного яйца. Поэтому происходит определенный этап этой отслойки. Но маленькие гематомы, мы не знаем их значения, и они проходят сами по себе в течение 1-2 недель. Маленькие, то есть до 20% размера по отношению к размерам плодного яйца. Чуть больше, до 50%, они могут оставаться даже всю беременность, они, конечно, могут частично рассасываться, это не так страшно. Если беременность перешла вот этот рубеж, 2-12 недель, то в дальнейшем у нас шанс того, что эта беременность потеряется, невысокий. Однако, если все-таки беременность сопровождается большими гематомами и прогрессирует дальше, есть шанс того, что будет преждевременный род или преждевременное прерывание этой беременности. Есть такие данные. Но гематому мы не лечим. Это свершившийся факт отслойки и накопления крови. Все, точка. И вот, собственно говоря, гематомы тоже можно видеть во время замершей беременности, то есть видеть, что ребенок не развивается, эмбрион, то есть там нет сердцебиения. Конечно, мы всегда обязательно должны перепроверить хотя бы через несколько дней, в лучшем случае через неделю, вдруг мы ошиблись, вдруг все-таки сердцебиение есть, ребенок живой. И пока ребенок живой, мы туда не лезем. Очень мне грустно читать истории, где пишут, что там нашли гематому, взяли, почистили. Я спрашиваю, сердцебиение ребенка было? Было, все развивалось, но просто увидели гематому. Это вообще абсурд, это акушерская агрессия, не должна применяться этого. Пока ребенок жив, пока есть сердцебиение, мы следим, не надо прерывать срочно эту беременность. Я имею в виду, если нет других серьезных показаний для прерывания беременности. И теперь мы поговорим еще об одном таком серьезном моменте. Да, значит, относительно замершей беременности, какая тактика? Та же, что и при пустом плодном яйце. Мы можем выжидать 2-3 недели, мы можем проводить медикаментозный аборт, и обычно это 2 препарата, и мы можем делать выскабливание вакуум аспирации. Зависит многое от желания женщины, от состояния, насколько она готова подождать несколько. Тут, опять же, вот эти все запугивания, все плохо, это не совсем правильно. Но вот опасное одно состояние, которое действительно требует решения быстро вот этих вопросов эвакуации. Это так называемая гестационная тромбопластическая болезнь. Об этой болезни заговорили не так давно, потому что, оказывается, вот с помощью УЗИ начали мы встречать намного чаще варианты вот этого заболевания. Что это значит?
что вот та часть плодного яйца, хорион или трофобласт, с которого потом развивается плацента, он начинает размножаться, расти по своим законам и принципам, игнорируя вот эти, так сказать, ну, скажем, гармонию между ростом эмбриона и плодного яйца и плаценты. И вот этот, так сказать, трофобласт начинает разрастаться до такой степени, что фактически может занимать всю полость матки, и увеличение матки может быть не потому, что там эмбрион растет, а потому что растет вот этот трофобласт. Самое интересное, что это чаще всего бывает из-за как раз плохого хромосомного набора. Обычно триплоидии, то есть тройные наборы по, значит, хромосом, и поэтому это как бы действительно тоже дефект зачатия. Мы до сих пор не знаем всех как бы причин пузырного заноса, но мы знаем, что частичный пузырный занос может возникать в тех случаях, когда есть дефект сперматозоида чаще всего, а вот полный пузырный занос часто связан с дефектом яйцеклетки, именно вот этим триплоидным, то есть вот этим двойным набором хромосом, которые присоединяются к сперматозоиду, дадут тройной набор хромосом. Это то, что мы знаем. Есть простой пузырный занос, он не прорастает в стенку матки, он как бы только, ну, в месте прикрепления, скажем, плодного яйца, и он может быть частичный, полный. Частичный – это значит, что не весь трофобласт изменен, и что плодное яйцо, оно, то есть эмбрион может быть живой. И в таких случаях эти эмбрионы, если они, скажем, есть нормальный набор хромосом, потому что бывает и при нормальном наборе хромосом такие состояния, то в частности такой ребенок может развиваться, и даже могут быть роды, то есть это тоже есть. Иногда находят изменения в плаценте, вот эти пузырчики, пузырчики такие, это во время родов, когда рассматривают плаценту. Но при полном там эмбрион гибнет, и фактически всю полость матки, вот, занимая такой разросшийся трофобласт, это мы называем на УЗИ синдром снежной бури, вот вы видите, можете увидеть такой. Но хуже, когда вот этот трофобласт, вот эта плацента, она агрессивная, она прорастает, она так или иначе по природе агрессивная, хорион очень агрессивный, он начинает прорастать в матку, мышцы матки и даже за пределы матки. Это называется деструирующий пузырный занос. И еще один вид, это хорион эпителиома, это когда уже злокачественное перерождение, и это фактически очень, очень опасная злокачественная опухоль, потому что быстро распространяется по организму, и раньше такие женщины умирали в течение буквально недель, месяцев, очень быстро. Сейчас хорион эпителиома успешно лечится химиотерапией, и в принципе считается, что одна из таких самых излечимых опухолей по сравнению с другими злокачественными опухолями, которые существуют в медицине. Ну, еще есть трофобластическая опухоль плацентарного участка матки. Самое худшее, что мы не знаем, например, какой именно пузырный занос перейдет в рак. Мы этого не знаем. Но чаще всего, например, скажем, если говорить о частичном пузырном заносе, 0,5% переходит в рак, а при полном может перейти в 20% и требуется химиотерапия. Поэтому, конечно же, если мы подозреваем пузырный занос, очень важно быстро убрать это все из матки. Здесь не будет игры о спасении какой-то беременности, еще чего-то, потому что мы ставим, так сказать, здоровье женщины, в опасность, мы можем привести к тому, что в дальнейшем этой женщине придется лечиться в онкодиспансере, принимать химиотерапию, а это, поверьте мне, не так просто. И вот у меня есть статья «Гестационная травматическая болезнь», у меня есть две хорошие статьи, вот как раз новая в диагностике, где когда к нам приезжал с Англии очень хороший специалист в этих вопросах и читал лекции, практически я вывела все самые новые. Кто заинтересован, пожалуйста, можете почитать. Значит, после того, как мы убрали, обычно убираем вакуум или даже кюреткой, мы убираем кюреткой это все, вычищаем это все, значит, женщина такая должна избегать беременности в течение хотя бы 6 месяцев. Мы следим за уровнем АГЧ. В некоторых случаях даже до целого года при применении химиотерапии даже до 2 лет. То есть такая женщина должна стоять на учете желательно в онкодиспансере
и решать вопросы в дальнейшем планирования беременности. Это серьезное, еще раз повторю, осложнение беременности, на которое нужно обращать внимание. Теперь мы немножко поговорим о том, а что, собственно говоря, влияет на, какие гормоны влияют на выкидыши, на завершение беременности, потому что тоже очень-очень много слухов, и, собственно говоря, я тоже затрону немножко влияние гормонов на беременность. Гормон беременности ФГЧ, вот посмотрите просто на эту схему, он не является высоким, на высоких уровнях всю беременность. То есть максимально это 8-10 недель, когда он достигает максимум, и он дальше понижается. ХГЧ в реальности когда-то думали, что это типа гормон, который поддерживает работу желтого тела и так далее. Оказалось, что наоборот, ХГЧ, скорее всего, подавляет работу желтого тела, чтобы само плодное яйцо стало независимым в выработке собственного прогестерона. Поэтому обычно прогестерон начинает вырабатываться самостоятельно полностью. Это 6-7 неделя беременности плодным яйцом и не зависит от организма матери. Но вот такие колебания позволяют вам понять, что ХГЧ не всегда может быть показателем прогресса беременности или, скажем, говорить там о том, что беременность что-то плохо. Потому что он может падать до довольно низких уровней. Обычно со второго триместра он падает до уровня 6 недель, 6-7 недель. То есть его уровень понижается. Прогестерон. Всеми любимый прогестерон. Так вот, многие не знают, что есть два вида прогестерона. Первое вырабатывается женским организмом, в частности, желтым телом. Второе вырабатывается плацентой, то есть вот этим трофобластом, хорионом, который будет плацентой. И самое интересное, что как раз вот этот, мы называем лютеоплацентарный сдвиг или смещение, происходит на 7-8 неделе, когда желтое тело перестает функционировать, оно вообще может исчезнуть, то есть ему, оно уже не нужно. И полностью выработку прогестерона на себя берет плодное яйцо. И важно это понимать, что когда назначают для сохранения беременности, то поддержки беременности прогестерон после 7-8 недель, это говорит о том, что врач ничего не знает о прогестероне вообще, или чем вырабатывается, как вырабатывается и с какой целью. Потому что здоровое плодное яйцо не нуждается в дополнительном прогестероне, и больное тем более не сможет его использовать, оно уйдет. Поэтому еще раз повторю, что здоровые плодные яйца вырабатывают собственный прогестерон, и им не нужен какой-то дополнительный прогестерон. Поэтому нигде в мире не сохраняют беременность, вот так сказать, 7-8 недель. Поэтому даже с ЭКО уже давным-давно отошли от этих 16 недель, потом пошли на 14 недель, потом 12, теперь только 2 недели. И когда, собственно говоря, врачи начинают выискивать уровень материнского прогестерона и говорят, что он такой низкий или понизился, это не показатель, что все плохо, что беременность прерывается, потому что прогестерон, измерение прогестерона при беременности, в частности, при здоровой беременности, вообще не имеет практического значения. Мы не ищем прогестерон при нормальной беременности. Тем более, что материнский он может понижаться, потому что желтое тело угасает. А основная масса прогестерона находится не в организме матери, а находится между плацентой и стенкой матки, то есть в специальном образовании, которое называется ретроплацентарное пространство. Ретроплацентарное пространство содержит массу других гормонов, в том числе прогестерона, и эти гормоны использует не мать, а ребенок, то есть плод, для построения своих гормонов. Когда мы говорим о недостаточности прогестерона, которая всем ставит на правую ногу, это очень редкий диагноз, до 1%. Признаки. Овуляции всегда есть. Всегда есть овуляция, потому что нужна вторая фаза. Понимаете, если нет второй фазы, если нет вот овуляции, то о каких фазах мы можем говорить? Должна быть первая фаза, должна быть вторая фаза, потому что недостаточность прогестерона – это недостаточность второй фазы. Поэтому овуляция всегда есть. Когда начинают говорить, у вас нет овуляции, у вас недостаточно прогестерона, это все выдумки. Это как бы непонимание, а откуда им взяться одного прогестерона, если нет овуляции, правильно? Поэтому овуляция должна быть. Должно быть желтое тело. Но обычно желтое тело дефектное, и оно не вырабатывает достаточное количество прогестерона. Может быть часто из-за генетических поломок в самом желтом теле. Поэтому вторая фаза обычно короче. Если в норме она 14 дней, 16 дней, то при недостаточности как раз прогестерона цикл становится 21 день, 20 дней. То есть они становятся короче.
И это необходимо понимать и принимать. То есть в таких случаях, да, мы можем заподозрить, что есть какая-то недостаточность прогестерона. Потери беременности при этом в состоянии, да, женщина легко беременна, но имплантация нормально не происходит, потому что, во-первых, и эндометрий не подготовлен нормально, и нет достаточной как раз дозы эстрогена, чтобы поддержать имплантацию. Поэтому такие женщины теряют много беременности до 8 недель по одному и тому же сценарию. То есть обычно 6-7 недель плодное яйцо уходит. И это необходимо понимать. Лечение, к сожалению, малоэффективно, потому что считается, что поломка на уровне желтого тела – это именно генетического характера. Тем не менее, мы назначаем именно прогестерон со второй половины цикла, то есть сразу же после овуляции, и поддерживаем терапию обычно 2-3 недели, не больше, потому что в таких случаях мы должны поддержать, улучшить, во-первых, состояние эндометрия и поддержать это плодное яйцо, пока оно начнет вырабатывать свой прогестерон. Но эффективность не настолько высокая, как вы думаете, потому что, еще раз повторю, мы не знаем всех причин, и далеко не всех причин, не всех женщин. Это именно то состояние, когда прогестерон будет усваиваться. По многим причинам прогестерон может тоже не усваиваться. Тем не менее, еще раз повторю, да, мы такой группе назначаем. Опять же, это 3 и больше потерь на ранних сроках, когда доказана вот эта прогестероновая недостаточность. Значит, необходимо помнить, что яичники женщины инертны после 7-8 недель. Мы не ищем никакой недостаточности после 7-8 недель беременности. Вообще смешно даже тогда выискивать. И плацента обеспечивает всем необходимым обычно такой плод. Опять же, несколько слов об других гормонах. Щитовидная железа. Меня, например, спрашивают, как повлияет мой высокий ТТГ на беременность? Да никак, потому что ТТГ, он показывает функцию, это индикатор функции щитовидной железы. То есть поломки на уровне щитовидной железы и выработка щитовидной железой гормона, необходимый для беременности, может повлиять. Но ТТГ никак не влияет, это всего лишь индикатор, вот как красная стрелочка, которая будет показывать нам, есть поломка на уровне щитовидной железы, есть вот это гипотиреоз или нет. Поэтому если ТТГ высокий, сам по себе ТТГ никак не влияет на беременность. Однако он нам говорит, что женщина может быть гипотиреоз. И поскольку плод как раз это единственный женский гормон, который необходим плоду почти до 20 недель. И он пользуется этим гормоном, в отличие от всех других гормонов. Поэтому, когда у женщины гипотиреоз, не хватает гормонов, то, естественно, это повышает проблему. Есть данные, что может, во-первых, повышать уровень спонтанных зачатий, спонтанных потерь. И, что еще? Нередко вот эти гипотиреозы могут иметь автоиммунный характер, то есть вот этот автоиммунный гипотиреоз, когда вырабатываются антитела. И когда этих антител много, класса G, они могут проникать через плаценту, и есть данные, что они могут разрушать щитовидную железу, формирующуюся щитовидную железу у ребенка, и также могут повреждать мозг ребенка. Поэтому важно лечить вот эти все тиреоидиты. Важно лечить. Но еще раз говорю, что ТТГ сам по себе всего лишь индикатор. И если мы видим, что он высокий, нам нужно обследовать женщину, желательно направить эндокринологу, потому что этим должны заниматься эндокринологи. И дальше решается вопрос, нужно лечение, какое лечение, то есть нужна ли гормональная терапия или нет. В отношении надпочечников, почему-то всех пугает 17 ОП, оксипрогестерона, хотя в реальности 17 ОП – это как раз производные всех стероидных гормонов, метаболит, который выводится с почками, и у женщин он в моче вырастает моментально, да и крови тоже. Надпочечники, у женщин, беременных женщин, вырабатывают больше кортизола. Гормон стресса, не потому что там женщина в стрессе, хотя да, она более психоэмоциональная, но просто так природа сделала, что гормон этот тоже повышается. Поэтому, естественно, что это будет отражаться на анализах крови. Тем не менее, этот уровень абсолютно и будет влиять на беременность, и он понизится с окончанием беременности, поэтому тоже нужно помнить. Пролактин, которым всех пугает, тоже говорят, вот пролактин приводит, там у вас высокий пролактин, приводит к прерыванию беременности. Я всегда говорю, в первую очередь, какой пролактин. Есть макропролактин, есть мономерный пролактин.
Макро это связано, ничем абсолютно, он абсолютно не влияет на протекание беременности. Мономерный тоже не влияет, потому что при беременности с первых же дней значительно увеличивается уровень пролактина. Это важно для развития молочных желез. Я вас удивлю, но самые высокие уровни пролактина – это не после родов, когда идет лактация. Это третий триместр, особенно перед родом. Поэтому считается сейчас, что пролактин, вот этот высокий уровень пролактина с окситоцином является двумя триггерами определенной пропорции, является триггерами наступления родовой деятельности, то есть вызывает роды. У нас очень мало данных на эту тему, но пролактин – это не враг женского организма, и мы не понижаем его во время беременности. Если женщина сидит на достинексе и забеременела, в большинстве случаев нужно прекратить этот прием этого препарата. Мы оставляем женщину на лекарственном препарате для понижения пролактина только тогда, когда у нее есть пролактинома, вырабатывающая много пролактина. Вот, только в таких случаях мы можем использовать тестинекс для подавления роста пролактинома. И теперь поехали дальше. Мужские половые гормоны всех пугают женщин и так далее. Никто не говорит о том, что раз увеличится количество прогестерона, который является матрицей для стероидных гормонов. И на эту тему у меня тоже есть очень хорошо расписано в книге «9 месяцев счастья». Есть отдельные статьи, есть видео даже, что фактически из-за того, что много прогестерона появляется, конечно, сразу же с первых же недель беременности, повышается тестостерон. Причем свободный тестостерон чаще всего повышается больше в третьем триместре. И не потому, что там плоды мальчики, еще что-то, но просто потому, что больше всех вот этих стероидных гормонов. А из тестостерона вырабатывается, конечно же, эстроген, женский половой гормон. Поэтому при беременности эти гормоны тоже повышаются, и, значит, при беременности мы не выискиваем, мы не боимся, значит, повышенных уровней тестостерона, мы не назначаем метипрепсию подряд. То есть на эту тему, кстати, вот эти грубые ошибки назначения стероидных препаратов якобы для понижения мужских половых гормонов, об этом описано у меня в книжке, и об этом написано в статье о мужских половых гормонах и беременности. Поэтому это не опасно для плода, не лезем в эту сферу, ничего не повышаем. Если повышение тестостерона слишком быстрое, слишком большое, мы можем только заподозрить опухоль, например, которая вырабатывает тестостерон, тогда нужно делать УЗИ, смотреть эти яичники, то есть выяснять причину. Но это случается крайне редко, и, ну, значит, это, так сказать, довольно редкие случаи в акушерстве, и врачи, большинство врачей с этим не сталкиваются. Теперь, значит, в плане других гормонов, значит, другие гормоны играют меньшую роль, и когда там тоже начинают выискать, что я хочу сказать, например, что беременность – это преддиабетическое состояние, поэтому, естественно, повышается инсулинная резистентность, у нас повышается беременных уровень сахара в крови, мы поэтому диагностируем на гестационный диабет, но это все больше со второй половины. На ранних сроках это практически не влияет, то есть как бы там ни крутили, это не влияет, поэтому о гормонах меньше всего нужно, ну, переживайте, думайте. Кому интересна тема гормонов, и в том числе при беременности, есть книга «Это все гормоны», где детально тоже об этом все рассказываю. Вообще гормонов будет, значит, чтобы не было вот этой путаницы, вот этих мифов, почитайте, кому интересно. Значит, теперь мы немножко поговорим о том, что есть, что делать в случае, например, если, скажем, появляются вот эти признаки нарушения, значит, беременности. Что для врача и для женщины важно? Ну, первое, не пропустить нематочную беременность, правильно? То есть нам нужно сначала доказать, что это беременность, поэтому мы всегда должны сделать или УЗИ, например, если уже есть задержка менструации хотя бы 7 дней, или же мы можем сделать тест на беременность или ХГЧ, лучше всего определить, и в таком случае мы можем ориентировать, то есть мы не ставим по ХГЧ срок беременности, ни в коем случае. Но мы знаем, что если ХГЧ положительный, больше 25, это уже говорит, что это может быть беременность. Конечно же, чем больше прогрессирует беременность, тем ХГЧ исчисляется не просто там в десятках, он исчисляется уже в сотнях, тысячах. И на УЗИ плодное яйцо можно увидеть приблизительно, когда уровень ХГЧ 1000-2000. Многие руководства по проведению УЗИ говорят о том, что нужно, чтобы ХГЧ был хотя бы 2000, чтобы не сделать, ну, как бы увидеть это плодное яйцо и не сделать ошибочные заключения.
Но если мы, скажем, видим, что задержка 5, например, дней, 7 дней, у женщины появляется кровянистое выделение или боль, или, скажем, она жалуется, что у нее боль где-то с одной стороны, потому что при нормальной беременности боль обычно мигрирующая, при внематочной локализуется больше в одном месте. И вот если женщина говорит, что ей начинает где-то там что-то болеть, конечно, нам желательно при таком раскладе дел провести УЗИ и посмотреть, есть ли в матке плодное яйцо. Если мы видим матки, плодное яйцо, даже не видим эмбриона, уже хорошо, мы еще можем его не увидеть. Но в дальнейшем мы можем посмотреть через неделю в зависимости от симптомов, то есть решить вопрос, как мы дальше наблюдаем эту женщину. Если бы вы попали за границу, вам, любой женщине, которая живет здесь, говорят, что если у нее появляется сильная боль или сильное кровотечение, значит, ей нужно ехать вызывать скорую или ехать, например, в больницу, в отделение вот этой неотложной помощи и дальше наблюдаться там в течение суток там, или сколько дальше решается вопрос. Потому что в таких случаях нам нужно подтвердить не только, что это маточный эмбрион, но что она жива, и поэтому, да, мы делаем УЗИ еще для того, чтобы определить, есть эмбрион сердцебиения. Если эмбрион сердцебиения, мы можем наблюдать какой-то период времени. Если сердцебиения нет, значит, это вопрос, это аборт в ходу или это начавшийся аборт, что мы дальше делаем. Если кровотечение очень сильное, мы подключаем, значит, капельницы для того, чтобы восстановить возможную потерю вот этой крови, хотя я вам сразу скажу, что при абортах, при обычных натуральных выкидышах женщины теряют очень мало крови, кровь обычно теряется, когда выскабливают, когда вот как раз результат осложнения инструментального аборта или же медикаментозного аборта. Поэтому тут тоже нужно отойти от мифов, что если само выходит, то это плохо, это приведет к какой-то там страшной кровопотере. Многие женщины просто не готовы к тому, что когда теряется беременность и выделяется больше крови, то, к сожалению, это сопровождается также большей болью, например, и нужно чаще менять прокладки. И это вызывает панику у многих женщин. Я истекаю кровью, мне так плохо, хотя в реальности, когда мы анализируем, сколько прокладок поменялось, что и как. Но пока не выйдет плодное яйцо, выделения могут быть интенсивны. Как только плодное яйцо выходит, выделение обычно прекращается. Мы можем сделать контрольную УЗИ через несколько дней, особенно когда выделения полностью прекратились. И, в принципе, еще хочу сказать, что матки могут быть еще кровянистые сгустки, там остатки каких-то, еще что-то там видно. Хотя по УЗИ не увидишь, что это хорион, например, или еще что-то. Можно увидеть только какие-то включения. Но это не значит, что это плохо, тут же нужно чистить, потому что все плохо. Мы следим за состоянием женщины. Если она не жалуется на какие-то обильные кровянистые выделения, говорит, что наоборот у нее все уменьшается, боль прошла, то есть все намного лучше, то в таком случае мы просто наблюдаем, мы можем сделать повтор на ХГЧ, увидеть, упал он или не упал. И в этом как раз заключается бережное отношение к женщине, а не просто всех почистку, всех сразу в больницу, потому что все будет плохо. На тему как раз тактики дальнейшие еще поговорю, но я пока есть время, потому что я еще должна ответить на многие ваши вопросы, затрону еще важный момент. Именно вот привычные или спонтанные возвратные потери беременности. Когда они возникают, конечно, нам нужно расставить все точки над «и», почему вдруг это возникает. И еще раз повторю, это 3 и больше беременности. Антифосфолипидный синдром, он может быть причиной потери ранних сроков, хотя сейчас этот вопрос, кстати, оспаривается. Но я знаю, что по наблюдению вот, и общению с теми женщинами, которым мне приходилось консультировать, у многих женщин, у которых есть аутоиммунные проблемы, например, тоже ревматоидный артрит или ряд других, даже аутоиммунные проблемы с щитовидной железой, да, у них чуть выше повышен уровень, то есть выше у них уровень спонтанных потерь, и такие женщины могут иметь возвратные потери. Поэтому мы всегда обращаем внимание, то есть мы должны изучить историю женщины, ее жалобы, чем она болела, чем страдала. И иногда вот мне пишут женщины, они принесли, например, кесарево сечение, что делать, значит, потому что, скажем, последующие беременности у них, они теряются.
без на шейке матки, это может быть фактором риска потери беременности. Любые рубцы, полипы чаще всего не приводят к спонтанным потерям, фибромиомы, фиброматозные узлы, которые внутри полости матки и вызывают деформацию матки, могут сопровождаться повышенным уровнем спонтанных потерь. То есть мы анализируем, есть ли со стороны женщины, например, той же матки, какие-то проблемы, или же это могут быть генетические поломки, например, ну, скажем, есть какие-то, я на днях консультировала женщину, у мужа, который нашли, значит, поломку, хромосомную поломку, им об этом не сказали, когда я посмотрела в генетический атлас, оказалось, что такая поломка действительно связана с высоким уровнем спонтанных потерь, даже бесплодием, то есть получается, что мы можем проводить каротипирование женщин и мужчины, можем искать ряд генов, хотя генов очень много, и вот, кстати, в книге «Малыш, ты скоро» я пишу, какие есть гены, например, в бесплодии, но эти гены также могут участвовать в спонтанных потерях, то есть потерях на ранних сроках, и мы можем, в плане инфекции, когда начинает там выскакивать, это все лишнее, это мы не ищем, и тромбофилии, это я еще отдельно вам покажу слайд, то есть в принципе, значит, после первой беременности мы обычно на ранних сроках мы не проводим никакое обследование, за исключением мы можем проверить ТТГ. После двух беременности тоже мы практически не проводим, после трех беременности мы проводим. Но самое интересное, что еще хочу сказать, что несмотря на то, что мы как бы, ну, учитываем вот эти потери, всегда прогностический положительный фактор – это будет то, что у женщины есть, например, здоровый ребенок, то есть одна доношенная беременность. Что это значит? Что если была первая беременность потеряна, вторая беременность она выносила хорошо, потом третью потеряла, все равно ее уровень, как бы сказать, повторных спонтанных потерь значительно меньше, но за исключением, если возраст уже подходит, чем, скажем, тех женщин, у которых не было родов. И когда мне спрашивают, например, у меня было там двое родов, все нормально, двое детей, потом, например, у меня там две потери беременности, нужно обследоваться или нет. Если нет указаний на то, что там, например, было кесарево сечение или нет фибромиомы, еще что-то, какие-то глубокие копания проводить не следует. Есть много случаев, которые консультирую, когда, например, одна беременность хорошо, другая плохо, одна хорошо, другая плохо. И вот такие как бы чередования. В реальности с возрастом женщины такие чередования тоже могут быть. Поэтому настораживает нас чаще всего это постоянные потери, особенно по одному и тому же паттерну. Одному и тому же паттерну. И вот одна из таких причин невынашивания и потерь беременности могут быть врожденные анатомические дефекты матки. К сожалению, многие женщины даже не догадываются или не знают, хотя на УЗИ им говорят, у вас там силовидная матка, у вас двурогая матка. И вот мы поговорим как раз о врожденных дефектах матки. Встречается 10-15% случаев. Самое интересное, что есть случаи, когда форма матки в норме, но она имеет перегородку. В 60% случаев таких вот по УЗИ мы не увидим перегородку. Но женщина будет терять беременность на ранних сроках или вообще может быть бесплодной. И, честно говоря, мы делаем в таких случаях гистероскопию. Или если мы заподозрим, например, на УЗИ, что может быть перегородка, нам нужно провести гистероскопию. Но это те случаи, когда, например, матка в норме. А если мы видим, что матка не норма, силовидная матка, двурогая матка, и вот как раз уровень поражения этой матки, потому что это врожденная патология, эта девочка, когда была в животике мамы, с нее во время вот как раз развития, вот как раз закладки вот этих репродуктивных органов произошел сбой, и получилось, так сказать, вот это нарушение развития матки. Это неисправимый дефект. То есть он никуда не денется. Вопрос будет только стоять в том, как мы можем помочь нашему ребенку, то есть можем ли мы изменить вот эту полость матки, которая очень важна для внашивания, то есть сделать ее, например, больше или как-то увеличить ее, чтобы, ну, увеличить, чтобы эта женщина могла выносить. Поэтому, когда мы обнаруживаем дефект матки, в первую очередь, там, неважно какой, седловидная, двурогая, нам важно понять, значит, можем ли мы увеличить эту полость матки, если там перегородка. Поэтому мы всегда делаем гистероскопию. И оказывается, что если удалить, значит, вот эту перегородку при седловидных матках, при двурогих матках, то улучшается исход почти на 70%.
таких, при таких видах матки. Я не говорю, когда просто две матки и так дальше. Хотя беременеют и при удвоении матки, беременеют с однорогой маткой. Но шансы все-таки вынашивания детей понижаются. Это не приговор 100%, что женщина не может забеременеть. Хуже, когда матки нет, тогда, конечно, она забеременеть не может. Но во многих случаях все-таки у женщины есть шанс забеременеть. И вот тут тоже необходимо понять, что если это есть патология анатомическая, то женщине нужно объяснить, что или она пробует постоянно, пока не получится, или ищет суррогатную маму, потому что там форма матки такая, что невозможно, так сказать, получить, выносить это потомство, или же, возможно, пластическая операция. Опять же, шансы пластических операций очень низкие. Это более экспериментальный метод, чем действительно метод, который позволяет выносить. Сейчас начали делать пересадку матки. У нас есть 45 случаев пересадки матки, в основном по другой причине, по причине того, что маток не было из-за врожденных как раз синдромов. Вот. Но было несколько случаев пересадки матки из-за того, что был синдром Шермана, например, когда вот это выскабливание делает и фактически приводит к образованию спайк. Тоже будьте осторожны, не надо лезть в гистероскопии по несколько раз в полость матки, давайте мы там посмотрим, заберем ваш полип, еще что-то. Каждое вот это вмешательство в полость матки приводит к тому, что эндометрий нарушается. Его удаляют, его скабливают. И, конечно же, повышают уровень вот этих синехий, вот этих спайк. Поэтому тоже важно понимать, что эти факторы потом могут быть причиной потери беременности и в том числе спонтанный импотенс. Так вот, когда мы видим анатомический дефект, мы, конечно, стараемся понять, можем ли мы сделать что-то в этом случае для улучшения потом вынашивания, вот этого прогноза вынашивания или нет. И обычно, значит, потеряна при различных вот этих анатомических дефектах может быть не обязательно в первом триместре, может быть во втором триместре, может быть, могут быть даже преждевременные роды. И к этому нужно быть готовым и, собственно говоря, женщине объяснить, что она все-таки должна быть более осторожна с физическими нагрузками. Это не значит, что нужно лежать, но я имею в виду, что все-таки она вела более-менее такой равномерный образ жизни и предупредить, что только появляются какие-то симптомы кровотечения или боли, или еще что-то, нужно все-таки обращаться к врачу и дальше решать вопрос, что делать. На тему дефекта матки и как раз беременности есть хорошее видео, поэтому, кого интересует эта тема, пожалуйста, посмотрите. И еще один важный момент, например, момент потери беременности. В основном это случается как? Ну, из-за пороков развития плода. И есть различные пороки. То есть, смотрите, если рассматривать вот эти пороги контроля качество оплодотворения, то есть качество плодных яиц, то первое вот это как бы звено биохимическая беременность отсеивается очень много. Это грубые, скажем, поломки плодного яйца, когда оно не может даже имплантироваться. Но дальше, когда начинается имплантация, вот этот уровень отсеивания уменьшается. И в первом триместре тоже, конечно, большое количество отсеивается из-за того, что есть какие-то хромосомные генетические аномалии. Но вот пороки развития – это спонтанные обычно пороки, они очень редко возникают из-за того, что были какие-то факторы, например, использовали лекарственные препараты, которые имеют тератогенный эффект. Таких препаратов на самом деле очень мало. И это было в основном в прошлом такие случаи, сейчас все-таки больше контролируется прием препаратов, и фармакопея не имеет так много препаратов, которые могут вызывать поврежденные пороки развития. Хотя все стероидные препараты, в том числе прогестерон, да, они повышают уровень возникновения некоторых пороков развития. Это тоже нужно понимать. Так вот, я к тому, что значит, есть грубые пороки развития, и обычно беременность выбрасывается на ранних сроках, в конце первого триместра, 14-16 недель. Но есть пороки, скажем, не слишком грубые, и тогда эта беременность может прерваться на более позднем сроке, даже, например, 20 недель, и даже на более позднем сроке. Это тоже нужно понимать. К сожалению, увидеть пороки не так просто. И пренатальный генетический скрининг, который вы делаете в первом-втором триместре. Это всего лишь скрининг, например, на пороки развития нервной трубки, которому показать высокий уровень, тогда нужно хороший тщательный УЗИ. Или это могут быть трисомии 21, 18, 13. Опять же, мы делаем УЗИ. И вот как раз почему УЗИ делают 19-20 недель, чаще всего рекомендуют, чтобы есть случаи обнаружения каких-то очень серьезных
пороков, женщине могли предложить прервать эту беременность по медикаментозным, по медицинским показаниям до 22 недель. То есть когда еще это идет как поздний выкидыш и когда это считается мертворождением. Такова статистика, хотя в принципе роды, например, 22, 24, 26 недель, они точно такие же, как и 32 недели, ввиду по механизму и воздействию на женский организм. Но еще раз повторю, УЗИ делают обычно до 20 недель, чтобы был период для женщины принять решение, будет она сохранять эту носить беременность дальше или нужно ее прервать, потому что есть многочисленные, например, пороки развития. И благодаря как раз вот этим пренатальным генетическим скринингам и УЗИ до 20 недель, то есть до 19-20 недель, можно обнаружить практически 70-80%. Даже 90% отклонений, нарушений в развитии со стороны ребенка. То есть все это можно увидеть и принять решение о продолжении беременности или нет. С прогрессом медицины мы улучшаем как раз возможность больше знать о состоянии ребенка. Мы можем уже проводить неинвазивные генетические вот эти скрининги, диагностику. Мы можем по некоторым маркерам уже определять состояние здоровья ребенка. То есть медицина идет вперед, акушерство идет вперед. Я думаю, что в скором времени появятся хорошие технологии, которые позволят нам говорить о том, дефектное это зачатие или нет, до 12-13 недель. Мы идем в этом направлении, поэтому это, ну, значит, так сказать, это все есть. Теперь хочу обратить еще внимание на шейку матки, потому что тоже шейка матки может сокращаться, но так или иначе шейка матки сокращается до конца рода, она становится как бы более открытой, и она, значит, укорачивается в размерах. И вот увидите график о том, что, ну, как меняются вот эти размеры шейки матки, диаметр и длина. И нормально шейки матки считается до 25 миллиметров, поэтому не надо, то есть 2,5 сантиметра. Поэтому не надо всех пугать, что это так плохо. И канал может быть приоткрыт, особенно у повторно родящих, до 1 сантиметра. Что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Нельзя лезть в канал шейки матки, нельзя там проверять. Меня всегда просто как передергивает, когда я читаю, что женщина начинает брать какие-то там цитологические мазки в первом триместре. При этом у нее все нормальные мазки до этого. Она стала, пришла становиться на учет. Или когда врач говорит, давай я посмотрю там твою шейку матки, начинает засовывать туда пальцы, все такое. Нельзя этого делать. Мы можем определить состояние шейки матки по УЗИ, ничего не надо больше. То есть по УЗИ, влагалищной УЗИ мы видим все, как говорится, все, что нам надо по шейке матки. А в плане приврака и так дальше, ну, честно говоря, если цитология в норме, если при первичном осмотре в зеркалах и не надо туда лезть, все хорошо, маловероятно, что у женщины какой-то рак или еще что-то. Такие случаи бывают, но еще раз повторю, это не настолько частое явление, чтобы вынуждало всех подряд вот это ковыряться, что там высматривать, засовывать пальцы и тому подобное. Поэтому, значит, очень важно понимать, что шейку матки нужно беречь под зеницу ока. Если говорить о прерывании беременности из-за шейки матки, я, например, когда анализирую случай, я стараюсь понять, были ли причины для прерывания, не потому что шейка короткая, потому что что такое прерывание вообще, например, патологический плод, что-то плохо с плодом, или там плацента плохая, или еще что-то. То есть не так идет сценарий этой беременности, как он должен идти. Что в таком случае происходит? Конечно же, матка старается выбросить это. Поэтому шейка матки начинает укорачиваться, начинает проходить отслойка, вот этого плодного яйца, и, так сказать, оно выходит, женщина рожает. Или, скажем, разрываются воды, то есть плодные оболочки, выходят воды, женщина рожает. И меня тогда спрашивают, это что, была короткая шейка матки, типа в 16 недель она была нормальная, все такое, и вдруг мне так пошло. Тут нужно докапываться, а была ли это вообще нормальная беременность? Может, просто организм ее выбросил, то есть это ненормальная беременность. И самая большая проблема, что все вот эти поздние выкидыши, они нигде не учитываются, они не входят в статистику показухи, например, больницы. Мертворождение – это минус, поэтому упаси Боже, чтобы женщина наносила до 26 недель, там, и сколько родила ребенка, или даже там родила ребенка, скажем, больше 500 миллиграмм. Потому что тогда это входит в статистику мертворождения, а это уже минусы, минусы, минусы. Поэтому почему-то чисто вот так, знаете, не совсем этично, но это идет во многих странах, это идет во многих больницах, это практически всюду, что вот до 20 недель, ну, выбросила,
Потеряла, значит, потеряла. Ну, подумаешь, будем там ковыряться. И, к сожалению, мы упускаем очень много важной информации. Потому что даже если проводить вскрытие, большинство патанатвов не знает вообще строение плода. Он как раз в этот период приходит такие моменты, такие, так сказать, метаморфозы, когда даже если брать, например, ту же репродуктивную систему и все такое, что многие патанаты этого не знают. И вы даете иногда такие тупые заключения, опять виновата шимпанзе, еще там что-то и так далее. И это большой минус, потому что, к сожалению, в большинстве случаев мы не можем получить хорошую достоверную информацию, от чего прервалась эта беременность. И тогда еще один вариант. А давайте мы спихнемся на шейку матки. Потеряла женщина беременность, значит, виновата шейка матки. Пусть сидит потом на этом прогестероне, пусть пичкает его влагалище, потому что всем виновата шейка матки. Это тоже неправильно. Поэтому любой случай короткой шейки матки, то есть по правилам, по рекомендациям, значит, применение прогестерона влагалищного мы назначаем тогда, где есть доказанный случай истмика цервикальной недостаточности. То есть короткая шейка матки была доказана в предыдущем, были преждевременные роды, то есть до 32 обычно недель. Вот. И тогда мы говорим, что да, там может быть шейчный фактор. При этом с ребенком все хорошо, с плацентой все было хорошо, не было никаких непаровой инфекции, например, не было гемолитической болезни. То есть поймите правильно, что это была совершенно здоровая беременность, которая почему-то, например, прервалась преждевременно. Это важно понимать. Поэтому короткую шейку матки мы обычно наблюдаем при повторной беременности, а не при первой. И как причина потери на ранних сроках, именно на ранних сроках, короткая шейка матки бывает крайне редко. Опять же, мы учитываем факторы. Например, сейчас у вас очень модно делать конизацию шейки матки. Там отрезают чуть ли не кусок шейки матки. Кто собирается лечить эрозию, пожалуйста, посмотрите внимательно вебинар об эрозии, дисплазии, когда лечим, когда не лечим. Потому что в большинстве случаев не надо ничего отрезать. Локализация – это удаление куска мяса человеческого, это удаление куска ткани. И после этого, какую вы хотите иметь шейку? Там будет, конечно же, проблема с шейкой. И в таких случаях действительно может быть проблема с вынашиванием, потерей беременности. Тогда мы тщательно следим за длиной этой шейки матки. Это не значит, что мы эту женщину садим на прогестерон на всякий случай. Нет, мы следим за шейкой матки. Но если мы знаем, что у женщины была вот эта конизация, она потеряла одну беременность, причем на сроке где-то 16-18 недель, 20 недель, может ли она потерять такую беременность еще раз, следующую беременность? Может, особенно если эта беременность была идеальной, то есть никаких отклонений со стороны ребенка не было. Это тоже мы учитываем. Значит, самое важное, до того, как мы вообще будем ставить какие-то диагнозы, мы должны учитывать все факторы риска. И если мы имеем факторы риска для короткой шейки матки, значит, мы тогда можем назначать или прогестерон, или накладывать ШУ. Писарий малоэффективный, вообще неэффективный. У нас нет достоверных данных, что писарий эффективный. Опять же, это не значит, что все должны на писарий. И отдельно, значит, я скажу немножко подготовки к беременности, да. Так вот, если беременность потерялась, и отвечу еще на ваш вопрос. Если беременность потерялась на ранних сроках, до 20 недель, а как дальше, что дальше? В принципе, все зависит от того, насколько женщина сама готова дальше планировать беременность. Поэтому мы говорим, что если это первая беременность, вторая беременность, то, в принципе, появление менструальных циклов говорит о том, что вы готовы, говорится с Богом, идете дальше. Пробуйте беременность. Если мы видим, что есть, например, тоже анатомический дефект, он не выраженный, а мы можем ничего не делать. Можно сказать, знаете, большинство женщин с такими дефектами спокойно вынашивает, то есть это не 100%, что все будет плохо. Поэтому можно продолжать дальше. Мы проверяем функции щитовидной железы, вот этот уровень ТТГ. Если нужно, мы корректируем. Мы рекомендуем женщине принимать фолиевую кислоту от 0,4 до 4 мг. Не 7-4 мг, это там, те, у кого, например, были вот эти пороки развития нервной трубки, когда она потеряла ребенка именно по той причине. А в большинстве случаев достаточно 0,4 мг, максимум 1 мг. Мы проверяем контроль других заболеваний. Скажем, если у женщины есть гипертония, если у женщины есть какие-то там ревматоидные артриты, еще что-то, там важно, чтобы это было в состоянии ремиссии, то есть когда, или, скажем, женщина принесла какую-то инфекцию, да, но нужно, чтобы был период, когда она пришла в себя, потому что ей не нужны дополнительные нагрузки на организм, и это важно понимать. Многие женщины теряют время в состоянии, скажем,
тяжелых заболеваний, когда попадают в больницу там с какими-то проблемами после аварий различных, потому что они в стрессе, и это естественно, их организму нужно пить. Ну и при необходимости мы назначаем медикаментозное лечение для корректировки различных состояний. Вот это вся как бы подготовка к беременности. Тромбофилия, вот это тоже есть у меня вебинар о густой крови. Я вам сразу скажу, мы не выискиваем тромбофилии, они не влияют на зачатие, на вынашивание на ранних сроках вообще. Мы боимся тромбофилии только из-за того, что некоторые виды, всего практически два вида тромбофилии, могут повышать уровень тромбообразования, и особенно это конец беременности, и ну, третий триместр, и после рода. Вот это мы больше всего боимся, не потому что там тромбофилии, нужно колоть всем кликсаны и так далее. Мне всегда просто удивляет, что когда начинают в ходе подготовки женщины там прокололи 10-20 уколов кликсана, потом сказали, ну все, ты здорова, давай при вынашивай беременность и дальше. Это абсурд, это коммерция, это фактически не должно этого быть. Теперь, значит, фактически мы уже ну, подошли к концу, и я отвечу на ваши вопросы. Поскольку тема очень-очень большая, объемная, я хочу сказать, что... Сейчас, минуточку, я открою вопросы. Я не буду в контексте ну, значит, этого самого ваших вопросов разбирать ваши индивидуальные случаи, потому что, поверьте мне, все индивидуальные случаи требуют копания. То есть мне нужно знать историю, мне нужно видеть результаты обследования, мне нужно видеть результаты УЗИ, а не просто взял вот и говорится, что дальше делать. Поэтому все, у кого есть проблемы с вынашиванием, или, скажем, потери, несколько потерь, пожалуйста, записывайтесь на онлайн-консультацию, и только тогда я смогу вам качественно помочь. Значит, из тех вопросов, что поступили, сейчас я пройдусь, вот. Значит, их есть много, я вижу. Значит, начну, не знаю, это последний или первый. Мне 43 года. И сын 14 лет. После рождения сына предохранялась презерватива 12 лет. Два года назад лишилась на второго сразу за беременем. Обеих беременностях, сейчас минуточку прыгает. В обеих беременностях заранее готовилась, сдавала все анализы на гормоны, инфекции, все было окей. А, честно говоря, это не играет особой роли, что вы сдавали, сразу говорю, потому что тут важен фактор возрастной. Вторая беременность замерла в 8-й неделе, причину не нашли, врачи развели руками. Здесь не нужно разводить руками, здесь нужно сказать честно, что 43 года из-за дефекта зачатия у вас намного выше потери, чем даже 25 и 30 лет. Поэтому не ожидайте хорошее, как говорится, зачатие. И с тех пор 2 года не получается забеременеть, анализы все в порядке. Значит, смотрите, я не зря показывала графики уровня зачатия и уровня спонтанных потерь, связанных с возрастом. Поэтому тут так. Или вы пробуете беременеть, как получится, или практически вам нужно идти на ЭКО с донорской яйцеклеткой, скорее всего, потому что в 43 года получить свою яйцеклетку качественно – это проблема. И далеко не все репродуктивные клиники возьмутся за это. Но если вы хотите естественным путем, тут остается только пробовать, да и все. А как получится, так получится. Другого ответа не будет, потому что нужно понимать, что есть физиологические рамки. Здравствуйте, детей нет. 3 замершие беременности подряд. 8-я неделя, 6-я, 7-я за 2 года. Спермограмма мужа не идеальная, но беременность наступает на 2-й-3-й цикл. Кариотип в норме. Густая кровь за последние 2 беременности колола кликсан. Это у вас не густая кровь, это у вас некомпетентность врача, потому что не играет роли вот это все и ваш кликсан. Кстати, кликсан может приводить к потерям беременности, если он назначается, применяется туда, куда не нужно, потому что как раз идет ангиогенез, идет сформирование сосудов плаценты, и если тут колоть, лезть туда кликсаном, это приводит к тому, что может нарушаться эта беременность. Интерлепид тоже, зачем это было? Была мощная поддержка, собственно говоря, может, это была не мощная, а мощная агрессия, которая ни к чему хорошему не привела. Поэтому я думаю, что вам нужно все-таки понять, что проблема не в кликсане, не в густой крови, а, возможно, в том, что ваша беременность не давали развиваться на самом деле. Так, в целом, нужно смотреть, и если, скажем, в спермограмме очень много патологических сперматозоидов, то это может быть также причиной того, что вы теряете эти беременности. Здесь нужно больше копнуть. Почитайте, пожалуйста, книгу «Малыш, ты скоро». Там тоже очень много информации на эту тему.
Добрый вечер. Возможно ли улучшение морфологии сперматозоида у мужчин? Был выкидыш на пятой неделе. Думаю, об этом может быть причина. У меня прогестерон в норме, но как только наступила беременность, он стал ниже нормы. Чем может быть причина? Ясно, что у нее прогестерон. Если это была первая беременность, то может быть выкидыш на пятой неделе. Может быть плохая морфология, но в реальности может быть масса других причин. Поэтому, если это одна потеря, вы не зацикливаетесь на этом, а начинаете планировать дальше. Не терять время, говорится, и деньги. Длинный такой этот самый текст. У нас еще время есть, сейчас я прочитаю. Меня зовут Амина, 29 лет, в 17 году кесарили. За прошедшее время никаких видимых изменений в организме не наблюдалось по ощущениям. Спустя 2 года решила планировать второго ребенка, забеременела в ноябре 19-го, но, к сожалению, на 2-3 неделе развитие остановилось. Это была не 2-я, 3-я, если было от начала месячных, это, наверное, 4-5-я. Второй момент – это мой цикл, у меня короткий 19-21 день, это настораживает, самый месячный идут от 7 до 9 дней. Здесь еще нужно читать, то есть, когда я спрашиваю женщин, например, о цикле, менструальный цикл, мне одна женщина сказала, мне 20 дней, но 7 дней, значит, потом оказалось, у нее идут месячные. Если цикл, мы сочетаем цикл от первого дня месячных до первого дня месячных, поэтому если 19-20 плюс 7-9, то получается 28-27-30 дней, тогда это нормальный цикл. Если цикл короткий, сам по себе 19-20, и он включает месячный, это ненормальный цикл, поэтому это может быть как раз прогестероновая недостаточность. Но еще раз говорю, нужно считать, а не то, что вы говорите. И поэтому здесь нужно обследовать. Значит, у вас есть фактор риска, во-первых, у вас есть рубец на матке, и когда есть прикрепление плодного яйца в области рубца, может быть, потери. Есть статьи, которые говорят о том, что рубцы на матке сопровождаются более высоким уровнем потерь на ранних сроках, да и, впрочем, преждевременных родов тоже. И поэтому это тоже важный факт. Значит, какие анализы сдавать перед планированием? Я вам просто предлагаю, записывайтесь на онлайн-консультацию, уточним о ваших циклах и так дальше. Но если это была первая попытка неудачная, это не значит, что нужно на этом остановиться и копаться в себе, а все-таки попробовать еще раз беременеть. Но если же цикл действительно цикл первого дня до первого дня 21 дней, здесь нужно обратить внимание, может быть прогестерон недостаточность, того, что и как назначать, это нужно обсуждать. Да? Мне 28 лет, мужу 32 года, 5 лет назад был медикаментозный аборт, прошел без осложнений, потом пила 2 года медиана, за последние 2 года было 3 выкидыша на ранних сроках. Первая замерзшая на сроке 8 недель, вторая анабриония, и третья плохо росло плодное яйцо ГГЧ, эмбрион развивался в 10 недель и замер. Исследовали, значит, ИПП, антифосфолипидный синдром, волчанка, креатип, и все нормально. Сомограмма, норм спрямления, щитовидной железой тоже все ваши. Что еще нужно обследовать, беременность наступает без проблем. В реальности все-таки нужно смотреть, когда сейчас ввели вот эти показатели 4% нормы морфологии по ВОЗ 2010 года, извините, это самое минимально, совсем удачные нормативы, поэтому считаю, что здесь все-таки нужен более детальный анализ спермограммы, форма матки также, возможно, наличие перегородки, поэтому, собственно говоря, здесь нужно все-таки более детальный анализ вашего случая, вот, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Вот. И, в принципе, сценарии, они, в принципе, разные, как бы две залежи, одно пустое плодное яйцо. Пустое плодное яйцо – это всегда дефект зачатия. Все другие, возможно, тоже было дефектное зачатие, поэтому пробуйте 4-й раз беременеть тоже, но еще раз говорю, все-таки нужно дополнительно проанализировать вашу ситуацию. Нужно ли сдавать ДНК фрагментации сперматозоидов? Не обязательно, хотя этот анализ, как бы, ну его сейчас многие критикуют, они говорят, что он информативный, другие говорят, нет. В принципе, ДНК, если высокая ДНК фрагментация, говорит о том, что чаще всего такие мужчины страдают бесплодием, а не это влияет, скажем, на зачатие как таковое.
Мне 31, первая Петерина беременность не была подтверждена. ХГЧ, вторая замерла на 7-й неделе, отделе гистерорезектоскопии, убирали плацентарный полип. В какое время можно планировать повторную беременность? С восстановлением менструального цикла. Если месячные пошли, все, можно делать. Кстати, еще хочу вас предупредить. У вас пошла там мода делать аборты именно с помощью гистероскопии. Я не говорю, что здесь удаляли полип, но делали, значит, делают как бы гистероскопию, что очень дорогостоящий метод. Не надо для того, чтобы удалять плодное яйцо, делать гистероскопию. Это просто выкачивание денег, сразу вам говорю. Но если у вас остановились вот менструальные циклы, вы можете спокойно пробовать беременность. До беременности был поставлен диагноз эндометриоидной киста в левом яичнике, подозрение на полип. Всем ставят подозрение на полип. В реальности, если его не видят большим, хорошим, красивым, значит, там полипа никакого нет, поэтому не надо туда лезть. Вот, и делаем, мы смотрим полипы сразу после месячных, а не в разные дни цикла, потому что в разные дни цикла перепутают с обычными железами эндометрия. Несмотря на это, беременность наступила быстро, на 8-й день недели замена, стоит ли после потери беременности лечить кисту и удалять полип. Не имеет отношения это все к вашей замершей беременности, вообще киста не имеет отношения. И если это первая потеря, пожалуйста, начали прием фолиевой кислоты и беременните. Так, и мы сейчас уже заканчиваем. На остальные вопросы я тоже отвечу в письменном виде. Значит, низкий уровень витамина D3-23. Кстати, с 20 до 30 это считалось раньше нормой, и так и остался нормой. К сожалению, лаборатории поменяли эти все показатели. Мог ли быть причиной потери беременности? Нет, не мог. Витамин D не играет никакой роли. Так, сейчас, минуточку. Можно ли без УЗИ определить нематочную беременность? Нельзя. Это невозможно, нужно определить. А теперь был выкидыш первой беременности на 7-й акушерской неделе, все вышло само полностью. А дальше что-то я не знаю. Не да, когда полностью выходит, это хорошо. Значит, это говорит о том, что беременность завершилась, и здесь выскабливание обычно мы не проводим ни при каких обстоятельствах. Вот, поэтому женщина может беременеть с новым менструальным циклом. Беременность 8 недель замершая, генетика выявила отклонение, нужно ли проверять дополнительно инфекции, какая внешняя причина отклонения генетики, вредные привычки, окружающая среда. Обычно это спонтанное отклонение, если, скажем, в роду не повторяется, если в роду нет случаев каких-то хромосомных наследственных заболеваний, скажем, все в роду здоровые, то маловероятно, что у вас есть вот этот ген, который... ну, как бы передается по наследству, да, эта поломка. Анализ просто мы делаем семейный, анализ ваш, и, в принципе, нужно еще знать, какое генетическое отклонение, то есть может ли оно быть связано с передачей или нет. Но чаще всего, в большинстве случаев, это спонтанная поломка, поэтому не ковыряемся, инфекция не ищем, инфекция вообще к этому не приводит. Можно тренироваться при планировании беременности, ходить в спортзал? Можно, но я всегда рекомендую, что во второй половине цикла, когда идет имплантация, на низ живота давать меньше, значит, ну, как бы, меньшие нагрузки, не прыгать слишком сильно, не кувыркаться, то есть не заниматься такими упражнениями, которые приводят к сотрясению тела. Ага, вот за насчет 7-й недели, вот что вышло в руки, значит, был выкидыш первой беременности, на все вышло полностью в руки, это было больница, взяли на гистологию, заключение хориона не найдено, врачи, как все один, назначают противозачаточный на 3 месяца, 4-й назначает дифастон. Дело в том, что нужно, ну как, хорион все равно должен быть, если хорион не найден, то это было или не беременность, если она не подтверждена другими методами, или же просто это халтура, так сказать, гистологии, но никаких противозачаточных дифастонов не нужно. То есть если у вас остановился нормальный менструальный цикл, то вам просто можно уже смело беременеть и без глубоких обследований. То есть я сказала, как проводится уже подготовка к беременности в таких случаях, и пробуйте беременеть, вот и все. Так. И еще один вопрос, значит, будем заканчивать, потому что нам нужно как бы заканчивать уже. Добрый вечер. На 22-й неделе произошли преждевременные роды, потеряла двойню.
симптомов не было, значит, провоцирующий фактор тоже. Сама, собственно говоря, многоплодная беременность – это провоцирующий фактор. По потерям преждевременно очень часто сопровождается нарушениями со стороны плодов. И здесь не истинная цервикальная недостаточность. Она может быть при многоплодной беременности, но многоплодная беременность считается патологической. Она так или иначе сопровождается высоким уровнем потерь, в том числе преждевременных родов. Поэтому лежачий образ мы не ведем при смыкоцервикальной достаточности и так далее. То есть я вам советую просто беременеть и до 16-17 недель следить за состоянием шва. Если не шва, это шейки матки. Если у вас не дело реконизации шейки матки, то маловероятно, что у вас есть риск и смыкоцервикальной недостаточности. Поэтому просто говорю, как есть, что многоплодная беременность сама по себе является провоцирующим фактором потери беременности. Так, сейчас, что у нас еще? Добрый вечер, мне 40 лет, есть двое детей, за последние два года было 3 замершие, 3, 1 и 3 эндомиония, 2 на 19 неделе хромосомное отклонение. Как можно планировать беременность? Я вам объяснила, что с возрастом мы ничего сделать не можем, поэтому мы планируем как есть. В дальнейшем нужно будет делать, скорее всего, пренатальную диагностику, то есть брать ворсины хориона или забор аниотических вот таких вот, и смотреть кариотип ребенка, чтобы не пропустить хромосомную аномалию. Ну, а так в целом, если вы беременете, пробуйте еще раз беременеть, вот и все. У вас любого выхода, в принципе, особо нет. Не жальте женщин, которых врачи начинают провоцировать на ЭКО и так далее, и чтобы выкачать деньги, типа вам. Но если вам будут делать с донорскими молодыми яйцеклетками, то, конечно, я понимаю, шанс получить здоровое потомство выше, но вы тогда не будете биологической мамой, поэтому вам нужно решить, хотите вы своего ребенка или просто сыграть роль суррогатной мамы. После медикаментозного аборта можно планировать сразу же после восстановление менструальных циклов. На этом мы заканчиваем. Я желаю всем вам хорошего. Остальные вопросы я скопирую и отвечу вам, значит, на веб-сайте в разделе «Вопросы-ответы». Спасибо всем, кто участвовал. И запись, значит, вы сможете получить через несколько дней. Всего хорошего. До свидания.